Большое спасибо за аплодисменты, дорогие друзья. В эфире очередной выпуск программы «Черное зеркало». В студии программы ее ведущий Евгений Киселев. И помогает мне, как всегда, Алексей Лихман, мой коллега, ведущий подробности. Спасибо еще раз. Здесь у нас, как всегда, собрались представители различных политических партий, фракций парламента, журналисты, политологи. Некоторые кандидаты на разные депутатские и недепутатские должности, которым через 10 дней, через воскресенье, предстоит участвовать в местных выборах разных уровней. И сегодня мы, конечно, начнем разговор именно с этого, с предстоящих выборов, с окончания предвыборной кампании, потому что она выходит на финишную прямую, 10 дней и все. И уже, наверное, можно делать какие-то обобщения, какие-то выводы, извлекать какие-то предварительные уроки. Почему кампания была такой, а не другой? Что мы в результате этой кампании можем судить о наших избирателях, о стране, об ожиданиях людей и о том, как можно изменить вообще стилистику предвыборной борьбы в Украине. Сделать выборы чище, благороднее, если угодно, прозрачнее. Я изначально думал вот эту историю про грязные технологии, про всевозможную гречку и всякие прочие хитрости, которые в ходе выборов повсеместно применяются, отложить на самый конец и поговорить о чем-то позитивном и содержательном. Но вот я так понял, что сегодня очередной компромат вывалился, можно сказать, целым ведром на голову Борислава Березы. И я не могу там не доставить себе удовольствие спросить вас, Борислав, ну и чего теперь скажете? Ну что, не хватает только одного, что я сатанист из чади ада и что-нибудь еще такое. Ну, сегодня я прочитал о себе. Вы знаете, что телеканал RT, Rush Today, на днях передало про Хиллари Клинтон, что чуть ли не иллюминаты занимаются ее предвыборной кампанией. Я знаю только, что Сергей Власенко примерно из тех же источников торговал когда-то органами. Вы посмотрите на него. Видно же. Нет, на самом деле все очень было смешно до того момента, пока это печатали какие-то интернет-помойки. То есть, когда с утра я узнал, что у меня нет диплома, я ограбил дачу Пшонки, у меня израильское гражданство, я участвую в нелегальной торговле с ДНР. Я прочитал о себе за один день. А заработали времени на все хватало? Не знаю, проблема в том, что это все в одном тексте. Дальше. Я являюсь бизнес-партнером табачника. На самом деле, я посчитал... Какого из двух? Там не указали. Прокол несерьезный. Да. В общем, самое главное. И к этому ко всему технологично такие, знаете, анонимные источники, которые просто яркие. Но я понимаю такую вещь. Раз бросили в последний момент, а не заранее, значит паника в рядах. Значит понимают, что все плохо и надо сбивать рейтинг. Значит понимают, что настолько плохо, что готовы идти на все. Самое интересное другое. На разных сайтах, я читал сначала на одних сайтах, что израильское гражданство, на других отсутствует диплом, на третьих ДНР. Зачем сделано? Затем, чтобы каждый нашел свое. И я стал интересоваться. Слава Богу, у нас есть патриоты в определенных службах, которые говорят, вы знаете, Борислав, а у вас там есть люди, которые испытывают такую антипатию, что кющить не могут. Такую личную антипатию. Я говорю, где? Говорит, вы знаете, кто такой Вадик Супермаркет? Я говорю, не знаю. Батик? Вадик Супермаркет. Вадик. А мне послышалось Батик. А вот я смотрю, как улыбнулся господин Власенко, явно эта кличка ему знакома. Так вот, есть такой товарищ некий, господин Столар, имеющий отношение, соучредитель элита-центр, имеющий отношение к выводу определенных банков и так далее. Так вот, самое интересное, что именно его ручки тянутся ко всей этой информации. Хотелось бы понять, какое отношение
господин Довлатов. А он баллотируется? Удивительная история. Он просто управляет штабом одного кандидата. Угу. И вот теперь вопрос. Такой вброс. Это что? Это отношение к выборам? Чем грязнее, тем лучше. Я за два дня до этого как раз напечатал интересную статью. Старый рассказ Марка Твена. «Как я баллотировался в губернатор». Да, знаменитый рассказ. Да, и там перечислялось все то... Ну, нет, соврал. Еще три пункта осталось, которые осталось перечислить про меня. То есть оно бы было, может быть, смешно. Да, да. Я думаю, что сейчас они читают этот текст. Должны же люди хоть когда-то получать хорошее образование. А если серьезно, Евгений... Да. Понимаете, когда раздавали гречку и на это закрывали глаза, то это вызывало изумление. Когда стригли и развешивали баннеры за то, что поддали голоса, это вызывало раздражение. 200 гривен после смертей на Майдане за каждый голос вызывает ярость. А откровенная чернуха, ну мы когда-нибудь поднимемся, когда-нибудь мы сделаем шаг вперед, или вот жить среди грязи, это... Кайф для определенных людей, для тех же супермаркетов и остальных. Когда-нибудь в этой стране что-то поменяется? Я вернулся сейчас из Британии. У меня была встреча с министрами, лордами, с парламентариями. Один месседж, который бросают все, без исключения. У вас есть главный враг. Я говорю, да, у нас война. Нет, у вас есть коррупция. Из коррупции никто не борется. Есть политическая коррупция, финансы, любая. Но самое главное во всем этом, что... Англичане говорят, мы не получаем месседжа от вас, что вы хотите перемен. Вы выборы проводите по тому же сценарию. Вы голосуете так. Борислав, я вынужден вас прервать, потому что, во-первых, вы уже говорите целых 5 минут. Извините. Вот. Ну, я, честно говоря, внутри хватает. Я понимаю, что накипело. Да. Или как говорил Михаил Жванецкий, вскипело. Да, прошу к столу. Я бы с удовольствием этого не говорил, если бы так не было. Нет, я понимаю, просто вы забегаете немножко вперед, потому что о том, как смотрят на Украину там, на Западе, оправдывает ли Украина те ожидания и те кредиты политические, вот мне интересно, которые... Куда смотрит Украина? Куда она движется? Обо всем этом мы еще поговорим отдельно. Окей. Хорошо? Обещаю. Единственное, что, Иван Алексеевич, вы знаете, Борислав дуже самоіронічна людина, і просто щоб так це не виглядало, що ми про це говоримо з іронією. Насправді, це іронія, це бесить. Насправді, ніякої іронії нема, це дуже складні речі, це дуже серйозні речі. І я би додав до того, що сказав Борислав, ще одну річ. На жаль, поки що ми ще не всі усвідомили, що від того, яку позначку ми поставимо в бюлетені, напряму залежить наше життя. Подальше життя, я маю на увазі. Не фізичне життя, а подальше існування і так далі. На жаль, поки що не всі громадяни України цю залежність розуміють, але вона прямо існуюча. Так а що потрібно зробити для того, щоб це змінилося? Для цього треба перше. І, до речі, Борислав казав про 200 гривень. На сьогоднішній день... Технології компанія настільки брудна, що пропонують уже не 200, пропонують 800. Не пропонують уже гречку, людям роздають пластикові картки уже з сумою грошей на цих картках, для того, щоб вони голосували. Прогрес йде вперед. Це не прогрес, на жаль. Я шучу, извините. На жаль. І от, раньше давали налом, тепер пластикові деньги. Откуда, кстати, деньги? Хто спонсор цього праздника? Ну, насправді роздають... По-перше, в першу чергу роздають за ким стоять фінансові ті проекти, які були створені спеціально під вибори. От вони роздають більш за все. Другими словами, роздають кандидати. Да. Ні, ну, да, роздають кандидати від проектів одноразових, які створені спеціально під вибори в першу чергу. Звичайно, що вони фінансуються спеціально під це. Звичайно, вони роблять спробу в цьому короткому проміжку цієї короткої кампанії забрати максимальні дивіденди. І саме вони використовують ці чорні технології, які є. Да, Юрій Анатолійович. Знаєте, от я прослухав слова колеги, і дійсно, це дуже плохо, коли виливають грязь і використовують такі технології при виборній боротьбі. Но ще хуже, це от в відношенні конкретного чека поступили так. Це безобразие, це подло і низько. Но, допустим, в Харкові пішли ще далі. У нас в Харькове вообще 5 месяцев назад отказали в регистрации политической партии, которая пользуется поддержкой значительного количества харьковчан. И это все длилось 5 месяцев, довели до того, что в последний момент
дали разрешение зарегистрироваться, именно дали, потому что это была спланированная акция и срежиссирована. Сегодня комиссия центральная уже разогнала участковую, эту окружную комиссию, которая отказывалась выполнить решение ЦВК. И это в отношении целой политической силы. И мы не могли понять вообще, почему такое значение принимается вот именно местным выбором. Казалось бы, выборы местные органы власти. А сегодня это уже больше, чем местные органы власти. Сегодня это репетиция перед неочередными парламентскими выборами. И все политические силы вот таким образом делают. Я думаю, что наш парламент обречен на роспуск, поскольку он ввиду позиции правящей коалиции ни одного дня не работал для людей. Вот люди хотят мира, люди хотят примирения, ни одной мирной инициативы. Можно ни одной экономической инициативы. И нас ждут неочередные парламентские выборы, поэтому такой накал страстей. Причем вот можно сказать, что и давление местных органов власти, и давление правоохранительных органов, и запугивание. Весь арсенал идет в ход. Сейчас даже не так гречка работает. Вот на этих выборах сегодня гречка не работает. Вот я сейчас вернулся. Работает давление администрации. Работает давление правоохранителя. Вызывают кандидатов в депутаты, снимают свою кандидатуру, уходи, если он имеет какие-то шансы выбраться, и освобождай место провластному кандидату. Поэтому это накал не случайно, это не из-за того, что выборы места. Люди и политические силы рассматривают это больше. Да, парламент не пользуется авторитетом, он будет переизбран. Я, честно, удивлен, не могу понять, почему эти выборы считаются самыми грязными. Выборы в избирательных кампаниях уже пятый год, и, так сказать, и даже сейчас прямо буквально с полей выборы в Киеве. Вы знаете, ничего удивительного, просто есть разница картинки, которую мы видим по телевизору, и то, что реально люди просят на местах. Знаете, был мэр Рейкьявика, не вспомню сейчас фамилию, но это самый честный кандидат. Он пришел в политику со словами, что все партии коррумпированы, только наша партия скрывать коррупцию не будет. И вторая партия, и второй его лозунг – мои обещания, что я ничего не сделаю. И он действительно выполнил свои обещания. Картинка на телевизоре немножечко отличается от того, что реально есть в полях. Если посчитать стоимость избирательной кампании, то подкуп избирателя получается, ну, практически самым эффективным. Потому что кандидату необходимо вложить несколько десятков тысяч долларов, чтобы сагитировать свой округ и донести свою политическую позицию. А в регионах за голос знать. Сколько дают? Да. Если в Киеве, ну, до 800 вот долларов, здесь уже цифры озвучали. Да, так в том-то и проблема, вот, что цены не агитация. Озвучил эти цены цифры. Агитация. 800 в регионах? Цены, ну, там это не деньги ниже, более существенные, чем в столице. Нет, поверьте, это далеко не так. Я с моим коллегой. Но... Вы разумеете, что это хорошо, если столько денег уходит... Это агитация. Это купирование. Если столько денег уходит только на подкуп, да? Мы говорим о стоимости избирательной кампании ваших бордов. Господин Власенко, проблема не в тому, что беруть гроші, проблема в тому, що вони беруть, але при цьому не роблять жодної заяви. Вони не пишуть заяву в прокуратуру, вони не пишуть про заяву в міліцію. От і наша проблема. Я люблю, коли тема подкупу саме інтересна, і вона возбуждає ті уми, які не необхідні. Може, це тому, що люди беруть гроші, тому що їм жити не можна. Саме інтересне, то, чого хочуть люди на місцях. Люди на местах просят только одного. Они смотрят телевизор, они смотрят на борды, ну, то есть на наружную рекламу. Но они действительно на месте просят обычных реальных решений. Вы приходите к ним, звоните в дверь, и что они говорят? Вы нам что-то принесли? Ну, действительно, не все, конечно, но большинство. Вы принесли, а ты не можешь не дать. Этого. Конечно. Они, вы открывает, он открывает дверь бабушка, это бедная несчастная бабушка, которая действительно хочется снять и отдать все. И она говорит, а у нас действительно негде сидеть под домом, лавочки нет. А детям негде гулять. Мы знаем, что вы нас обманете, но сделайте это сейчас, потому что вы потом ничего не сделаете. Это не самое грязное выборы. Господа режиссеры, покажите, пожалуйста, то голосование, которое у нас было на сайте. А вы его здесь увидите, гости. Вот смотрите, мы задали вопрос, что для вас означают эти выборы, которые будут через воскресенье. И посмотрите, какие мы получили результаты. Вот меня больше всего поражает ответ, который набрал больше всего голосов. Больше всего людей сказали, я сам в этих выборах участвую. То есть чуть ли не половина проголосовавших на сайте будущее местное в этих выборах участвует, только вот непонятно в каком качестве. Раздают гречку, баллотируются куда-то. Или берут гречку. Или берут гречку. Сам кандидат депутаты. Смотрите,
20% сказали, что меня эти выборы не волнуют. А при этом надо учитывать, что люди, которые заходят на сайт подробностей, которые там голосуют, это люди, ну, условно говоря, политически озабоченные, активные. А вот от социологов я слышал, что свыше 30% Неопределившихся. Это я и відповідь на те, чому у нас є проблема з місцевим вибором. И огромный процент людей, которые говорят, что я не вижу политической силы, политической партии, за которую хотелось бы голосовать. Ви праві, величезний процент людей не зовсім зараз розуміють, як знайти вихід із тої ситуації, яка є, коли центральна влада гальмує реформи, коли нема реформ, і люди їх не відчувають, але люди повинні зрозуміти, що ці місцеві вибори можуть стати певним вікном можливостей, оскільки буде проведена все-таки і проводиться, хоча б хибна, може не хибна, але проводиться децентралізація. І під час цієї децентралізації місцеві органи влади отримують додаткові повноваження. Більше чи менше це інше питання. І з'являється можливість спробувати запустити реформи знизу, коли вони не йдуть згори. І через те зараз Первое, это очень низкая явка. Вопрос о неопределившихся, другой вопрос. Но очень низкая явка ожидается. А почему неопределившиеся? Второй момент. Потому что голосовать люди реально говорят, не за кого. Они надеялись, что эти выборы принесут что-то новое, так сказать, выпустить пар. Но действительно мы ожидаем парламентских выборов, потому что на этих выборах выбор остается практически между одних и тех же лиц. Дмитрий, не все ожидают парламентских выборов. Не все. Да, но проблема в том, что Юрий Анатольевич, эти местные выборы и ваша партия, и целый ряд других партий, условно говоря, от вас до укропа, все рассматривают как прелюдию досрочных парламентских выборов, как трамплин. Но вы же знаете, что в парламенте есть политические силы, которые в этих выборах не заинтересованы. Поэтому давайте сначала с местными выборами разберемся, а потом со всеми остальными. У нас просто всі екстраполюють ці вибори на Київ і ще на ряд міст мільйонників. Дніпропетровськ там і Одесу. А якщо взяти Україну в цілому, то не все так страшно і не все так катастрофічно. Я приїхав з свого округу, з сільського округу. Там вибори чищі, там денег менше нужно. Луганська область. І нема там ніякого ажіотажу, шановні. Щодо цих виборів. І ніхто нікого не знімає, і нема, що когось не реєструє. Ви, знаєте, будь ласка. Послушайте, мені кажуть, що все одно страна-то і мир будуть судити в цих виборах, тому як вони пройдуть в великих містах. Те ж саме дивіться в невеличких містах по всій Україні. Але є один момент. Давайте не забувати. Нас до такої до брудних виборів, до того, що є, нас готували всі ці 20 років. Що, при Кучмі не так було, шановні соціологи? Що, при Януковичі не так було? 20 років к этим виборам вас ніхто не готовив. К этим виборам ви готовились самі. Ви в них участвуєте самі і самі приміняти епізодію. І подивіться, що робилось. А вот то, что сейчас главные скандалы происходят даже не между коалицией и оппозицией, а внутри. И коалиция не приняла ни одного решения. Да, о толерантности, о взаимном контроле, о реакции на каждый факт взаимного подкупа. Ну хорошо, вот говорит о внутреннем сговоре. Это не в телевизоре говорят, какое не сняли, извините, вы неужели вы не знаете, знаете, где реальный сговор? Где реальный сговор произошел? Неужели вы не знаете, что 100 тысяч избирателей Луганской области лишили права голосовать? Райцентры, все, которые находятся возле линии соприкосновения, а вы там были? Конечно, был. Да, вы Попасной лишили права голосовать. Попасней, да, в Орском лишили, в Золотом лишили. Вы поедете все вы в Луганской области и посмотрите. А вы рассказываете, что вы... Проблема сговора вообще в другом. А около 100 тысяч избирателей. Это выборы с отложенным политическим результатом. Объясняю, большинство избирателей считает, что оно выбирает новое, сильное самоуправление, о котором говорили полтора года. Они уверены, что все депутаты и мэры приходят на 4 года, что у них будет новый бюджет, новое полномочие. Им это говорили полтора года. Более того, большинство избирателей уверены, что идя на мажоритарный округ, они выбирают депутата, который будет в Совете.
Что избиратели узнают через месяц? Оказывается, не все победители на мажоритарных выборах будут депутатами. Оказывается, что когда придут депутаты в местный, городской, районный, областной совет, они кричать начнут, что у них нет денег, что их обманули с децентрализацией. Это все услышит избиратель. Но самое интересное, списки, которые подготовлены на эти выборы, они настолько микшированы. Там огромное количество людей, не связанных с партией, которые вообще не собираются работать ни на партию Порошенко, ни на партию самопомощь, но потому что их в коридор загнали. И окажется, что местная власть вообще не соответствует тому, что выбиралось. Вот где будет конфликт, через месяц. И вы сами, может быть, даже первый поставите вопрос, где наш бюджет? Будете требовать от президента Яценюка справедливых налогов. Так, это будете говорить вы, местные депутаты, центр. А к чему это может тогда привести? Какие варианты развития этого конфликта? Что будет дальше? А дальше коалиция предъявит друг другу счета по нарушениям внутри, имея возможность контролировать сейчас, она этим займется после выборов. Про гречку, про фотку, это будет. Более того, не поставить пока ответственности. Зачекайте, вы политолог, чи вы гадалка? А? Я не гадалка. Я говорю, как вы будете себя вести? Мне сдается, что и в декабре вам придется разбираться с бюджетом, с правительством, с законом, с правительством, который, вероятно, будет провален. Это ответ на вопрос о выборах. Я говорю то, что понимают все, просто не говорят. Трижки полнорюса, вы просто очень интересно послушать мнение представителя Народного фронта, который формально не участвует в выборах. Я так же, как и вы, працюю в округе, зараз працюю, я родом из Богуслава. А зачем вы в нем будете працювати? А, вы на выборах працюете или как депутат? Я працюю как народный депутат, працюю в округе, працюю по Богуславскому району. Три недели, да, вот эти самые три недели, пока парламент спостерігаю те, яка зараз відбувається ситуація. Так я вам відверто скажу. Всі місцеві органи влади, вибрані, обрані, такі, які були, їх тисячі, ну, не тисячі в нас по Україні, вони взагалі на сьогоднішній день, і оці півтора року, про які ви говорите, питанням децентралізації влади не займаються. Їм вигідно завжди було 24 роки говорити, якщо щось немає на місці, то винен що? Центральний бюджет, президент, прем'єр, Верховна Рада. Їм завжди вигідно було тикати. Але на сьогоднішній день в Богуславському районі всі села, в тому числі і місто Богуслав, мають плюс 35% надходжень до місцевого бюджету за рахунок місцевого бюджету, який ми вели, під акцизного туди. Оце є правда, будь ласка, є цифри, можна це все перевірити. Це не тільки це місто. Так, Борислав, ви щось хотіли додати, потім Ніколаївський. Смотрите, кожен день общаюсь з київлянами. Дуже цікава ситуація. Вони дійсно плутають вибори в парламент і вибори в місцеві совети. Мені задають вопрос, скажіть, будь ласка, а як ви нам піднімете пенсію? Я говорю, я же не обіцяв. Ну, ви ж обіцяли, ми всі політики обіцяють зараз реформу. Другі обіцяють, з кожного борда. Так от в тому ти діло, люди путають, що зараз місцеві вибори. Я їм обіцяю, я вам пенсії підняти як мер не зможу. Це не моя фактично парафія, це не будуть мої повноваження. А що ви зможете? Ви знаєте, я зможу поміняти життя Києва, фактично кардинально. Я зможу дійсно повернути Києву Київенерго і забрати його Ахметова. Ось це я зможу. Во-первых, на вопрос господина Фисенко отвечу. Да. На самом деле, Киевэнерго в аренде у господина Ахметова до 2017 года. И согласно нарушениям по его пунктам, можно разорвать договор. Для этого 4 месяца британские и украинские юристы работали над этим договором. Для этого мы поставили это в пункт, потому что мы знаем, как это сделать юридически. Мы не собираемся отбирать. По закону. Потому что сейчас... По идее, господин Ахметов будет тянуть до 2017-го и пролонгирует. Сделает концессию. Сделает концессию и заберет окончательно в собственность. Так вот, я, как глава партии Рашучи Громадян, обещаю, этого не будет. Этого не будет. Хорошо, Николай Скорик. Я обещал... Какая-то реплика есть у Николаевского. Я, вы знаете, вот слушаю коллег, и вот действительно понимаю там лишний раз сразу, насколько все относительно. Вот когда коллега рядом рассказывает про Луганскую область, как там все замечательно, а я буквально перед эфиром общался с Юрием Анатольевичем, который регулярно бывает в Луганской области, и насколько там издеваются над здравым смыслом, это одно. Но вот меня очень веселит такое рассуждение коллег в отношении того, как люди, как они могут брать деньги и продавать таким образом свое будущее. Очень легко рассуждать, дорогие друзья, сидя в костюмах Зили и Бриони, в отношении того, как такой... человеку... У меня босс. Я тоже достойный. Скромный. Я тоже достойный. Далеко не скромный. Как людям на 1000 гривен в месяц, при этом заплатить за лекарства, заплатить за коммунальные платежи, когда миллионы людей оставили за чертой бедности, и при этом рассуждать в отношении того, как это плохо это делать. И сидеть в теплых машинах, ездить в теплых машинах, сидеть в теплой студии, это рассуждать. Я вам покажу вот маленький пример.
маленькую фотографию, если можно взять ее на камеру. Это оператор. Да. Подойдите, пожалуйста, если можно. Это подарки, которые раздает блок Петра Порошенко в Одесской области. Вот кандидат раздает там чашку такую красивую, бутылку шампанского Одесса, коробочку конфет Рафаэл. Это не самый, не самый такой яркий пример. Скажите, а раньше в Одессе не раздавали подарков на выборы? А вы сказали, что 24 года к этому готовили. Вы только что рассказывали. Я ничего не рассказывал. А то я куда-то не рассказывал. А я вопрос, скажите, пожалуйста, а это у вас что? Это у вас айфон? Он от этого Samsung сильно отличается? А я, господин... Одну секундочку. Извините, мы вынуждены передать, у нас сеть. Прервать у нас телемост. Николай, очень важный вопрос. Я попрошу всех, минутку внимания. Компания, чтобы стать депутатом на два роки. У себя сдавать по 800 микрофон, рублей. Дайте мне микрофон, пожалуйста, да. К нам пришел, я вынужден был вызвать врача. На связи с нами из Харькова врач Евгений Комаровский. Евгений Олегович, спасибо большое, что согласились принять участие в нашей передаче. Я вас как врача спрашиваю, вот какой бы вы... накануне выборов поставили диагноз в стране. Сидящим в зале. Здравствуйте, Евгений Алексеевич, здравствуйте, да, студия, здравствуйте, страна. Я действительно буду говорить не как политолог, исключительно как врач. Вы знаете, для начала надо понять, почему страна, пациент оказался в таком положении. Казалось бы, очень приличный пациент, без всяких врожденной патологии, не страдает карликовостью, не страдает гигантизмом, очень удачно поселился, нет, ну, в плане поселения, хорошая земля, есть реки, горы, пашни, нет цунами, нет землетрясений, нет вулканов, а находится фактически в критическом состоянии. Но с моей точки зрения произошло это потому, что в этом пациенте завелись... В этом пациенте завелись паразиты. Паразиты эти в течение многих лет поедают практически всю энергию, не дают развиваться пациенту. Более того, ослабили его настолько, что он стал нечувствителен или наоборот перестал вообще реагировать на внешние угрозы. И теперь, вот сейчас, эти паразиты пытаются нам доказать, что все беды, они извне, продолжая здесь творить свое черное дело, доедать страну. Вот с моей точки зрения, острая паразитарная инфекция – это и есть основной диагноз страны. Это лечится? Выборами, перевыборами. Нет, лечите, в условиях страны. Да. А кто лечить-то это будет? Вы беретесь лечить или кто должен это лечить? Это шикарный вопрос. Фактически выборы – это и есть выборы врача. Да? Пожалуйста. Давайте посмотрим, как мы выбирали себе врачей в течение этого времени. Вот смотрите. За новейшую историю после Майдана у нас были две попытки выбрать себе лекарей. Да? Первая попытка, если вы вспомните, это мы выбирали главного врача. Помните? При этом никто из кандидатов главные врачи не говорил нам о том, какими методами он собирается лечить пациента. И победитель, главный врач будущий, победил с лозунгом «лечить по-новому». В общем, никто не понимал, что значит лечить по-новому, но за него проголосовали. На следующие выборы мы опять наступили на грабли. Опять пошли люди голосовать. Никто не говорил ни слова о том, какими методами мы будем лечить страну. Например, победители, они просто обвесили всю страну, ну, всю больницу, скажем так, лозунгами «Мы выздоровеем обязательно». И выздоровели. Ну, смотрите, если группа товарищей набрала 8% только потому, что на всю палату заорала «Аспирин кукло победит добро». Вы понимаете? И 8% людей на это победить и пошли до них голосовать. И вот мне кажется, что сейчас у нас приближаются третьи национальные грабли. Мы в третий раз будем выбирать личности. Тех, кто симпатичнее, тех, кто лучше подарки нам раздаст. Но никто, ни одного слова о методах лечения нам не говорит. Ну хорошо, а какие должны быть методы? Или, как говорится, какая должна быть тактика лечения? Евгений, ну опять-таки, первое, что я должен сказать, главное, конечно же, это совершенно однозначно, это очиститься от паразитов.
клизмы ежедневные. Любая попытка подкормить паразитов должна строжайшим образом наказываться. Любое сотрудничество с паразитами должно всячески ограничиваться. Должна быть служба безопасности больницы, она должна следить. Ну вот смотрите, вы сегодня уже говорили о том, кандидаты в мэры обещают людям остановить войну, снизить налоги, увеличить пенсии. То есть они заведомо обманывают пациентов. Неужели это не попадает под закон? Неужели нельзя службы безопасности Украины оградить пациентов от недобросовестных врачей? Это же диктатура получится. Послушайте, ну это же однозначно, если кандидат в мэры обещает снизить пенсию, то логика говорит о том, что это заведомый обман избирателей. Ну, в студии логика есть как говорит о том, не только врачи, что не нужно за него голосовать. Вот о чем говорит логика. Конечно, не нужно. Правда? Не нужно за него. Никто, не нужно слушать, никто. Что войну мы остановим Болеслав за один Родники. День. А у Болеслав Родники. Это не Болеслав, это Сергей. Это Сергей Власенко. Просто он плохо выглядит. Как юрист. Или врач плохо видит. Мне что показали, то показали. Честно скажу, друзья мои, поскольку сегодня, я просто хочу вам рассказать о том, что сегодня праздник, о котором вы ничего не знаете. Это мой, например, личный профессиональный праздник. Я как врач 12 лет проработал в отделении анестезиологии и реанимации, и сегодня Всемирный день анестезиолога. Это мой профессиональный праздник. Да, в этой студии и в любых других политических студиях не принято говорить о том, что анестезиолог в месяц не получает даже $100. Даже $100. Понимаете? Вот такие дела. Это называется реформы и так далее. Но ситуация это следующая, друзья мои. Вам надо все-таки поучиться у реаниматолога. А что говорят реаниматологи? Если пациент находится в критическом состоянии, а рядом с ним находятся 10 врачей, каждый из которых имеет право принимать решение, пациент умрет 100%. Необходима ответственность человека за принятые решения. И поэтому, пытаясь соблюсти все законы, мы просто убьем пациента. Или доверим решать судьбы людей тому, кто в состоянии принимать ответственные решения. Евгений. Ну, спасибо. Диагноз нашей власти, или скажем там, я не говорю всем гостям власти, вот властям придержащим, поставить можете? Конечно могу. Среди них не менее 70% тех самых паразитов. Причем произнося слово 70%, я им очень сильно лещу, как вы понимаете. И беда состоит в том, что главный врач не может выбрать зав. Отделением из нормальных людей. Он их выбирает из тех, кого он знает, к сожалению. И в результате получается, что очень мало шансов у адекватных людей прорваться к этой власти и принять решение. Более того, это что, избиратели, из граждане, ведь такое ощущение, что далеко не все, что называется, ропщут. Многие довольны. Им не надо какой диагноз тоже поставить? Не, ну в этом же и состоит мастерство паразита делиться с окружающей средой, чтобы она поменьше роптала. А общество, оно терпеливое, чрезвычайно доверчивое, наивное. Вообще по способности терпеть издевательства украинский народ опередил многие народы. И это потрясающе. Понимаете, убили медицину полностью. Люди умирают в 50 лет, мужики мрут, как мухи, от тех болезней, от которых не должны умирать. Пенсионеры никому не нужны. Все ждут, чтобы они поскорее ушли на тот свет, чтобы сэкономить на пенсиях. Детям даже на вакцины денег нету. Послушайте, а мы всерьез говорим про народ. Народ уже сам на себе крест поставил. Он уже ни о чем не думает, вы понимаете? Народу надо объяснить, надо опуститься до его уровня, научиться с ним разговаривать. Я рассказываю народу медицинские премудрости мудрым, спокойным чеческим языком. Почему никто из политиков не хочет взять и объяснить людям? Как ориентироваться? Что такое? Я прошу прощения, Евгений Олегович, очень коротко. Тут у нас есть желающие вам тоже задать вопросы. Пожалуйста. Ух ты. Вы, потом Юрий Анатольевич, потом вы. Вы прекрасный педиатр. У меня даже дома есть ваши 3 книжки. Более того, скажите, пожалуйста, вы прекрасно можете советовать политикам. А вот скажите, как педиатр, если в палате мрут, стоит поменять лечащего врача или переизбирать того же? Нет, ну,
Борис Родникин. Это вопрос вообще абсолютно риторический. Так ответьте на него. Конечно, надо переизбирать. Совершенно спасибо. Однозначно. Вот за это спасибо. Юрий Анатольевич, так совпало. А пациенту все хуже и хуже. Так сколько же можно это терпеть? Вот да. Поэтому я и пошел на выборы в мэра Киева. Спасибо за вашу поддержку. А что я не могу? Так совпало, что я сегодня был как раз в райцентре Овруч, Житомирская область, в районной больнице, обычная районная больница. Встретил меня главный врач, и я походили, посмотрели, все хорошо, коллектив здоровый, глаза горят. И я на свою беду спросил его, говорю, скажите, а какие у вас реформы в медицине? Он на меня посмотрел вот взглядом, как смотрит сегодня коллега на тяжелобольных, говорит, слушай, а ты вообще, значит, давай мы начнем не с этого. У нас нам надо оборудование, нам надо зарплата, мы будем лечить врачей, у нас 300 коек, не надо нам никаких реформ. Вот помогите нам и послушайте нас, что мы хотим. Не слушайте никого в Киеве, кто там предлагает реформы. Приедьте, послушайте нас. Я думаю, что надо действительно такую чувствительную отрасль, очень важную, которая зависит от нашей жизни, чтобы не мерли люди в 50 лет. Надо действительно послушать практикующих врачей, когда они говорят в том числе и о политике. Юрий Анатольевич, а вы помните, что говорили, когда начиналась медицинская реформа, пилотный проект Днепропетровской области, когда Виктор Федорович Янукович был президентом Украины, вы были в правительстве... Помните, как к этой реформе относились? Я не министром здравоохранения. Но вы были в правительстве, вы несли ответственность за то, что тогда происходило. Я нес ответственность за энергетическую безопасность. На нынешнее правительство, да, не забывайте о той ответственности, которую вы несли тоже, когда были в этом правительстве. Проблемы были те же самые. Реформы начались не вчера, позавчера, тянутся до сих пор. Шановні друзі, я хотів би до нашого гостя запитання. Дивіться, сказали про те, що в нас, да, велика кількість паразитів. Особливо на місцях їх є, тому що вони ще залишились і працюють останніх там 5-7 років. Питання все-таки в тому, як лікуватись. Я вбачаю, що необхідно проводити вибори і просити людей приходити на ці вибори для того, щоб обрати нову дійсності на місцях владу, яка буде дійсності продовжувати ті реформи, якщо їх починає робити уряд. Тому що від тих, хто знаходиться на місцях, від того, як вони працюють, тому що вони першочергово контактують з людьми, має якраз і залежати в перспективі подальшому те, що має бути в нас в країні. Ваш результат, як лікувати? От як лікуватись? Це останній питання, будь ласка. Ребят, я не могу говорить про всю страну. Давайте я вам приведу вот быстренько пример по поводу реформы здравоохранения. Ситуация в медицине отечественной абсолютно критическая, кричаще критическая. Любое решение, принятое МОЗ, не может быть реализовано, потому что МОЗ должен согласовать свое решение с премьер-министром, с администрацией президента, с комитетом Рады, с руководством Рады, вынести к депутатам, они должны все это решить. При такой цепочке принятия решений никакой реформы в медицине не будет. Люди вымрут раньше, чем вы реформируете здравоохранение. Необходимо что ситуация в медицине катастрофическая. И упростить процесс принятия решений. Но при этом необходимо четко сформулировать алгоритмы действий. В стране достаточно умных людей, надо дать им карт-бланш, но они должны ознакомить людей и врачей с тем, как они будут действовать. Трошки, а действия в рамках... Простите, пожалуйста. Дивіться, треба пояснити, я маю бути, люди повинні зрозуміти, сказали трошки не ту річ. Борислав, почекай. На місцях всі лікарні на сьогоднішній день є так званими комунальними підприємствами. Це відповідно до тієї реформи, про яку ми тільки що говорили, з 12-го року їх попереводили. І в них є свої бюджети в районних радах на місцях. І це те, що поприймало ще 10-й, 11-й, 12-й, 13-й, 14-й роки з тих влади. Це органи на місцях, міські ради, районні, міська рада, неважливо яка, київська міська. Це все на районах є. Саме концепція міністерства, вона затверджує концептуальну програму, як вона має бути. Але сьогодні, за результатами роботи місцевих органів влади, через кожних півроку, нормальна міська, чи районна, чи будь-яка обласна рада повинна переглядати бюджет і вносити зміни для того, щоб зробити... Реформа здравоохранения – це задача правительства і парламента. І доктор прав абсолютно в тому смислі... Він говорить про ліки, про забезпечення. От зараз обсуждають. Міністр, який, можливо, йде в відставку, і глава парламенту... главы парламентского комитета между собой спорят, какая реформа медицины должна быть. А люди и врачи не знают, какая реформа. Вот это ненормально.
А рецепт, да, я думаю... Да, никто не разговаривает, в принципе. Евгений Алексеевич, одно слово я... Можно? Позвольте, надо дослушать доктора Комаровского. Простите ради бога. Услышьте меня, пожалуйста. Вот я сейчас говорю еще раз на всю страну. Потому что до всей страны не доходит. На сегодня в стране... Владимир, а вы же не послушайте меня, ребята, депутаты, слушайте внимательно. На сегодня в стране от дифтерии привито менее 50% людей. Дифтерия лечится одним единственным лекарством. Противодифтерийной сыворотки. Противодифтерийной сыворотки в областных инфекционных больницах нет. Я говорю об этом 3 месяца. Ваши местные больницы со своими самоуправлениями все прекрасно слышат, но ничего делать не могут. Вот поднимайте попы от стульев и решайте эти проблемы. Вы там в Киеве. Вообще только Киев может это решить, пока дети не начали умирать. Все, ребята. Господа, спасибо за аплодисменты. У нас мало времени, да? Я хотел бы благодарить Евгения Олеговича, поздравить его с днем реаниматолога и с прошедшим днем рождения. Спасибо. Спасибо, ребята. Удачи вам. Анатолий, вы все время что-то рвете сказать. Да, я рвусь сказать, что то, чего сегодня клокочет «Береза», а именно от статей в интернете на мусорных сайтах про то, чего никогда не было, я с этим живу уже много лет. И это от того, что борьба с коррупцией никогда не остается безнаказанной. Проблема коррупции есть не только в городе, где есть Кирнес, это город Харьков, в котором я живу, но и в городе, где есть Садовой, и в Хмельницких, и в других городах Украины. Поэтому народный контроль вот как раз идет на местные выборы с четким антикоррупционным планом. Прозрачность городской власти, прозрачность расходования бюджета. Плюс у народного контроля есть конкретная программа 7 реформ, то, о чем говорили присутствующие здесь депутаты, основанная не на надежде, что Киев все решит, а на возможностях местного самоуправления. Коммунальные предприятия, больницы, да, Киев покупает лекарства и сыворотки, но мы можем управлять на местах организацией больничного процесса. Тарифы... Давайте продолжим после рекламы. Небольшой перерыв. Спасибо за аплодисменты. Мы переходим к следующей части нашей программы. У нас еще много разных тем, на которые хотелось бы поговорить. Одно из главных событий минувшей недели – это публикация доклада Службы безопасности Нидерландов об итогах расследования гибели малайского Боинга, рейса MH17. Я сразу хочу оговориться, многие до сих пор не разобрались, с вашего позволения еще раз поясню. Совет безопасности Нидерландов – это не тот Совет безопасности и обороны, который есть, допустим, в Украине. Это не американский Совет безопасности, это не российский, извините, не к ночи будет помянуто Совет безопасности. Это специальная организация, которая отвечает за все вопросы, связанные с безопасностью людей в ситуациях, когда они контактируют с государством или с негосударственными организациями. То есть это и безопасность на транспорте воздушном, наземном, противопожарная безопасность и прочее, и прочее, и прочее. Условно говоря, если кому-то кирпич на голову упадет, то эта служба тоже будет разбираться, почему случился такой неприятный инцидент. Так вот, очень много было уже откликов. Кто-то доволен, кто-то разочарован. Мне хотелось бы здесь присутствующих спросить, вот как вам показалось? Олег, вот вы еще в первую часть не имели возможности ничего сказать, вам и карты в руки. Во-первых, абсолютно очевидные, ожидаемые выводы. Совершенно ясно, что этот доклад окончательно убивает попытку российской пропаганды рассказать о том, что якобы самолет какой-то это сбивал и так далее. То есть ключевое, что сделал этот доклад, это ставится в точку в определении способа уничтожения самолета. То есть, думаю, что ни один приличный эксперт сегодня, политик, не может уже в мире утверждать, что самолет был уничтожен каким-то иным способом, кроме системы БУК. Последнее, даже российский концерн «Алмаз-Антей», производитель этих ракет БУКов, по сути, тоже своим альтернативным расследованием подтвердил, что да, это был БУК, теперь спор идет сугубо
типе ракеты. И Америка... Там вообще смешно получилось, там один доклад был как бы для внешнего потребления, по сути они тем самым дали понять, что в Москве поняли, что нужна совсем такая левая версия о том, что там украинский истребитель сбил, она уже как бы ушла, канула в лету. Последнее, за что они пытаются цепляться, это за то, что да, это БУК, но возможно стреляли украинцы. Но это, конечно, совершенно несостоятельная версия. По простой логике, что сепаратисты не применяли авиацию. Украинской армии просто не было смысла использовать системы ПВО в этом районе по каким-либо целям, по любым. Единственное, что остается, и что я слышал, кстати, между прочим, от некоторых основных офицеров нашей разведки, это то, что... И то, что я думаю, россияне будут делать следующие попытки закинуть, это то, что на самом деле американские и украинские спецслужбы провернули грандиозную, красивую спецоперацию, дав сепаратистам информацию о пролете боевого самолета, специально не закрыв воздушное пространство над Донбассом в это время, и тем самым подставив Россию под уничтожение гражданского самолета. Это конспирология царицы науки, это понятно. Я просто уточню на хвилинку, колега не все сказав коректно, тому що там був другий висновок про те, що який теж руйнує повністю всі інші версії, що стрільба ракетою «Бук» відбувалася з території, яка контролюється сепаратистами. Да, це теж дуже важливо. Да, это важно, да. То есть это очень важно. То есть тем самым, как бы, по сути, доклад подтвердил, ну, то есть дальше теперь осталось только назвать расчет, фамилии людей из расчета, но я думаю, мы все понимаем, что вряд ли они живы. Ви просто згадали про те, що не був закритий повітряний простір. Насправді, повітряний простір і не мав бути закритим через те, що на той момент, так як ми розуміли, сепаратисти не мали такої зброї, яка би могла до такої висоти досягати, і за той час, за проміжок уже з часу початку конфлікту, по-моєму, близько 170, якщо я не помиляюся, може, чи 160 рейсів звичайних пасажирських літаків пролітали на цією територією, очевидно, не було причини взагалі для України закривати. Це те, що... В Луганську був транспортник, і було збито вже кілька наших бойових самолітів. А ви пригадуєте, на якій висоті і чим? Це йшлося про ЗРК. Ешелон був закрит до 7 тисяч метрів. До 7 тисяч метрів, так. А вище? А вище, тобто на тій висоті. Над Афганістаном відкриті, над Іраком відкриті. Над Ізраїлем до цього часу відкриті і так далі. Тобто і завжди відкриті під час їхніх постійних... Нічого подобного, в Ізраїлі дуже часто закривають. Відкритий зараз, і зараз, і в принципі протягом років, коли в них є цей палестино-ізраїльський конфлікт. В те саме час, коли літав цей малазійський Боїнг, літали через цю територію самоліти Аерофлота, що дає теперь основание Наливайченко, бывшему главе СБУ, тоже строить версию о том, что не исключено, что хотели сбить Аэрофлота самолет. Россияне хотели российский же самолет. Да, да, но в отношении коридора есть же пример Ту-134, который сбила наша ракета российская, когда он вообще был вне зоны, которую закрывали, и наша ракета туда долетела, его сбила. Вы говорите просто взагалі про безвинонный выпадок. Я к тому, что надо было закрыть его. Извините ведущего за то, что он вмешивается. Ваш оживленный разговор, но позвольте по очереди, если можно, а то телезритель все равно ничего не разберет. Но небо было закрыто. Я хотел бы просто прицепиться к тому, что Павел Шеремец сказал. Павел, вот вы говорите, версия Наливайченко о том, что это была грандиозная провокация, что на самом деле... Я не знаю, кто, очевидно, какие-то спецслужбы или там связанные с ними лица российские хотели в действительности сбить российский самолет, чтобы создать казус белли, повод к войне. Вы исключаете такую версию? Ну, никакую версию нельзя исключать. Просто когда, я помню этот день, когда пошла информация о том, что над Донбассом сбит самолет, стали все журналисты выяснять, какой это был самолет, потому что было непонятно, чей самолет был сбит. Даже когда стало понятно, что это гражданский был сбит самолет, было непонятно, какой страны, какой авиакомпании. Стали смотреть, есть такой сервис Flight Radar, где есть все маршруты всех гражданских самолетов. И мы точно помним, что два самолета Аэрофлота в промежутке времени, когда был сбит малазийский Боинг, они тоже пролетали над этой территорией. Поэтому была одна из версий, что... Или не версия, а мы все говорили, ой, смотрите, это же мог быть и Аэрофлот сбит, там, самолет, который летели, он летел как раз через Луганск, туда, в сторону Крыма. Потом была версия о том, что
это уже вбросили российские медиа, что чуть ли не Путина хотели избить. Помните? Самое первое сообщение российских СМИ было о том, что уничтожен военный транспортный самолет украинских вооруженных сил. Он свидетельствовал и говорил, что мы уничтожили у укров боевой корабль. То есть, в принципе, если бы готовились сбрасывать информацию о российском самолете, возможно, первая информация была бы другая, именно о российском пассажирском. Есть одна большая ошибка, на самом деле, которую только что мы сделали. Когда мы говорим о том, если у террористов подобное оружие, должны были мы от него делать какие-то безопасные шаги, то кого мы называем террористами? Если мы нас террористами называем те, кто действительно является террористами, кто за этим стоит, Российская Федерация, то у них есть ракеты достать и до Берлина. Так может быть, стоит закрыть полностью пространство Европы от Российской Федерации и от террористов? Может быть, это будет правильные шаги тогда обеспечить мир в Европе именно таким образом? Что вы хотите сказать? Вы не гиперболизируете? Я хочу сказать, что радиус или даль полета ракеты не зависит от закрытия неба. То есть теоретически, если мы скажем, что от Донецка до Берлина 2000 километров, то логично и безопасно, если Россия владеет оружием, которое может достать по полету до Берлина на такое расстояние, давайте тогда перекроем полностью. Юрий, ну простите, но если тогда по вашей логике нужно вообще отменить авиацию во всем мире, потому что есть страны, обладающие ядерным оружием. Одно точно можно утверждать, и можете меня там назвать апологетом как угодно, то, что они не сбивали гражданский самолет специально, это 100%. Это не снимает с них ответственность за гибель людей. Но поэтому тут не имеет значения. Поэтому есть дискуссия по поводу того, есть в докладе, это, что украинские авиационные службы не предприняли всех мер для безопасности. Потому что, ну, явно очевидно, что сепаратисты не собирались сбивать гражданские самолеты. Который говорит, что не должны были собирать. Почему они не сбивают в случае других самолетов? Действительно, в тот момент закрыто было пространство до 7000 метров. Раз. Самолеты, которые сбили с нашими десантниками, были на более низкой высоте. Более того, один из них заходил на посадку. Два. Третье. На тот момент у террористов, которые представляют и Российскую Федерацию, и пророссийские украинцы, которые там находились, у них не было буков. Это по всей информации. Поэтому никто не должен был закрывать на такой высоте. Это три. А теперь четыре. Чтобы вы просто понимали. В тот момент... как бы это было сюрпризом и неожиданно. Таким же сюрпризом и неожиданностью, как сегодня заявление английских представителей о том, что как у сепаратистов появился комплекс «Буратино», который находится на вооружении современной российской армии, только у нее. И это тот же, та же серия вопросов. Это говорит о том, что на сегодняшний день, если раньше к Российской Федерации относились исходительно и пытались в реверансах договариваться с ней, то сейчас все будет жестко и ультимативно. В данный момент Российская Федерация будет стороной, которая будет отвечать за сбитый самолет. А вот к нам присоединилась Ирина Геращенко. Хочет что-то сказать. Я якраз хочу підхопити думку пана Борислава відносно цієї заяви, дуже важливої. І це також є подія тижня відносно того, що офіційно представники британської сторони, які працюють в місії СММ ОБСЄ, звернулися до Російської Федерації з вимогою дати пояснення, звідки взялися цей комплекс «Буратіно». А що таке «Буратіно»? Це найстрашніша зброя, яка просто спалює все на відстані одного гектару, не залишаючи навіть землі. Землі, перетворюючи її на лаву. Так називаємо бомба об'ємного взриву. І більше того, уявіть собі, що українська сторона також поставила це питання росіянам під час попередньої нашої зустрічі в Мінську, коли запитала, а що робить насправді ця зброя, яка виробляється тільки в Росії і ніколи не передавалася, не поставлялася в Україну на території Донбасу. На що росіяни почали, вони сказали, її там немає. Але добре, що там були представники ОБСЄ і українська сторона, це відбувалася розмова в безпековій групі, де нас представляє дуже гідно Євген Марчук. Він запитав ОБСЄ, я перепрошую, ваша місія це зафіксувала? Так. Це є фактаж, так, показали фотографії, росіяни розвели. Тепер ми бачимо тепер наслідки відносно того, що подали відповідний тепер запит уже офіційний британський уряд. Але в цьому контексті мене здивувала ваша, пане Олеже, репліка, що хтось не хотів збивати пасажирський літак. Сьогодні, вибачте, будь ласка, і територія Криму, ще вчора туристичного, і територія Донбасу, ще вчора індустріального, перетворюється на полігон для випробування новітньої російської зброї.
Буратини, Буків і таке інше. І зброя не розбирається, де військові, а де цивільні. І тому насправді це є повна відповідальність тих людей, які раділи тому, що вони збили начебто український літак. Це так само вночі батьки. І знаєте, я хочу сказати от інший приклад. Ми говоримо про Боїнг, а я сьогодні пережила так само дуже багато наших інших переговорників, причетних до процесу переговорів щодо звільнення заручників, важкий день. Бо сьогодні ми мали провести операцію по звільненню заручників. І про це йшлося перемога на цілий місяць. І вони зірвалися сьогодні через те, що інша сторона, вона виставляє неприйнятні умови, вона шантажує Україну. На які, наприклад, знаєте, я зараз скажу, які в нас є найголовніші проблеми в питаннях звільнення заручників. Але серед заручників є не тільки військові. У нас офіційно, згідно інформації Служби безпеки України, якою коригуємося і ми, як Мінська гуманітарна підгрупа, в заручниках залишається 153 людини. Із них 62 – це цивільні особи. Із них і там є журналісти, там є медики. Про що ми говоримо? Їх утримують сьогодні у в'язницях на окупованих територіях і відпускають їх не коли вздумалося окупантам, а коли їм дасть відмашку ФСБ, який так само отримує сьогодні 10 українців в своїх тюрмах. І насправді тому я вважаю, що кого б ми не представляли сьогодні, владу чи опозицію, але ми маємо використати кожен сьогодні факт, в тому числі і цей абсолютно правильний доповідь Ради безпеки Нідерландів відносно того, щоб довести світові, що Україна сьогодні є країною, яка потерпає від російської агресії, і що ця агресія направлена не проти тільки української армії, а проти українського населення, в тому числі і російськомовного. Ну і тепер коротко було запитання, які ключові проблеми сьогодні є, а ці умови, да, які виставляє друга сторона. Перше, вони намагаються прив'язати це до теми амністії, сказати, що ми відпустимо всіх незаконно утримуваних наших людей тільки після амністії, що неприйнятно, тому що в Мінських угодах дуже чітко записано звільнення незаконно утримуваних осіб. Це перша історія. І друга, штучно занижуючи цифру тих наших громадян, які утримуються в заручниках, стверджуючи, що там знаходяться одиниці людей, а не стільки, про що говоримо ми. Спасибо. Спасибо. А що ви аплодируєте? Тому що півтори сотні наших громадян знаходяться в заложниках? Извините. Потому что у вас драматургия программы такая. Люди как закончили выступать, и они культурно аплодируют. Ну, спасибо, что подсказали, Маша. Думаю, що ці аплодисменти про те, що в питанні взагалі, а сьогодні захисту національних інтересів не може бути влади опозиції. Це маємо захищати всі разом. Я думаю, про це була насправді. Я хотів би вернутися к тому, о чому почав говорити Сергій Власенко. Важний момент, да, що будуть ще віддільні слідства продовжатися і закончилось только в будущем году, и будет отдельный доклад криминального следствия о том, кто виноват в случившемся. Безпосередньо. Да. Тобто, хто виконався. Але я би хотів сказати зараз трошки про інше. Насправді, от Іра Геращенко підняла таке, знаєте, дуже важливе питання, що вчергове політика і тактика, яку застосовує російська влада, виглядає наступним чином. Ти йому в очі плюй, а він скаже, що дощ іде, знаєте. І тут у мене виникає більш широке питання. Якщо вони продовжують застосовувати цю тактику на всіх рівнях перемовин, на всіх, починаючи від низу і закінчуючи Володимиром Путіним як основним ідеологом цього, чи ефективним є мінський перемовний процес в такій ситуації? І що ми будемо робити далі, якщо вони і далі будуть казати, що їх військ там їхніх нема, техніки там їхньої нема, Надія Савченко сама перейшла кордон і здалася в полон і так далі. Може, нам треба все-таки, будучи єдиними в цьому питанні, але міняти трошки тактику перемовин, можливо, міняти стратегію. Ну, я скажу, перше, що треба, як мені здається, робити, треба міняти формат перемовин раз.
Треба менять стратегию перемоги. Сергей, но и Америка, и Евросоюз принимают участие в переговорах. Просто параллельно. То есть сама по себе смена формата не решает проблем. Что ж, можно, как шановні коллеги, ніяка Америка, не приймає участь. Есть Женевский формат, а ну лучше поездят. Похожая инициатива. Сережа, по-перше, пані Меркель и пан Оланд приймають там участь не як фізичні особи и навіть не тільки як представники своїх країн. Вони представляють узгоджену позицію Європейського Союзу. Поляки заявляють абсолютно інше. І американська сторона так само підтверджує, що поляки говорять, про розширення говорять. Ні, поляки говорять якраз про те, що треба теж змінювати формат, що не повинні бути представники лише Франції і Німеччини, а повинні бути представники Європейського Союзу, представники Сполучених Штатів. Так, поляки ще хочуть, щоб приймали участь найближчі сусіди України. А тобі не приходило ніколи в голову, що ця дискусія також може бути використана Росією, тому що не спрацювала і Будапештська угода, не працює сьогодні і Рада безпеки ООН, не працює сьогодні, де Росія використовує своє право вето як ліцензію на вбивство сирійців, українців і інших громадян, грузинів. Не працює і шановна структура, так як має працювати, де ми працюємо разом з тобою, з паном Бориславом Березою, це парламентська асамблея Ради Європи. Росія сьогодні шантажує весь світ. І тому насправді, дійсно, це той виклик, де мова йде не про формати, а про те, що світ має усвідомити рівень загрози і вимагати Росію виконувати своє зобов'язання. А що стосується Мінська, то він дійсно не виконується, але він працює. Тому що сьогодні, насправді, санкції проти Росії працюють, вона цього боїться і нам потрібно це усвідомлювати. Я, знаєте, мені дуже дивно було, коли після Парижського саміту опозиційний блок був чи не єдиною політичною силою в парламенті, який підтримав позицію президента після цього саміту щодо виконання Мінських угод. І ми послідовно вважаємо, що ви послухали, що згадаєте, що говорили представники вашої політичної сили, пані Геращенко, коли доповідав пан Клімкін. Дайте мені закінчити, я вас не перебував. Незважаючи на те, що ви жінка. Що стосується дуже важливої події, дуже шумний пан Дев'язо. Що стосується дуже важливої події на цьому тижні, стосовно того, що Україну зробили членом Ради безпеки, не постійним членом Ради безпеки. От я спеціально поцікавився. Не зробила, а обрали. Обрали. І це величезна дипломатична перемога. Обрали. Для цього працювали півроку. Яких півроку? 10 років цим займається. Це дійсно дуже важливо. Демократична перемога. Дипломатична перемога. Дійсно обрали 177 країн. А Сенегалу рукою зібрали з більшим більшим. Але я спеціально поцікавився. Я спеціально поцікавився. Щодо реакції Російської Федерації, на обрання України непостійним членом Ради безпеки Організації Об'єднаних Націй. І Російська Федерація в своїй офіційній заяві привітала обрання України у якості непостійного члена Ради безпеки Організації Об'єднаних Націй. Я хочу сказати не про реакцію Російської Федерації, а я хочу сказати про те, що ми повинні працювати в рамках Мінського процесу. І для цього найголовніша умова – це вибудова нормальних відносин, незважаючи на всі проблеми, які в нас є на сьогоднішній день, в першу чергу з Російською Федерацією, тому що не можна мати перемов з країною. Позицію Кремля почуто. Ми вже почули позицію Кремля. Дайте ще нам висловити позицію це. Товариство. Президент совсем недавно сказав, що позицію Кремля у нас висказує партія Свобода. Да, і все, що було організовано партія Свобода під парламентом, це зроблено по указці Кремля. Так що, уважаємо колеги, це ви. Дійсно, так. Агент Кремля. Ворога зараз тільки партія Свободи. Так як виглядає подія влади, дійсно так перебуває, що ні один регіонал не сидить, ні один корупціонер не сидить, ні один суддя, ні прокурор, а садять тільки націоналістів і свободівців. І в нас, і представників радикальної партії. Так хочу сказати, що... За що сидить Юрко Сиротюк? У мене два запитання. Михаїл, Ілля, мікрофон, і ми продовжуємо обговорювати тему розслідування катастрофи Боїнга.
за катастрофу Боїнга. Я хочу сказати, що навіть висновок голландців не допоможе Україні. Знаєте чому? А тому, що в нас дуже слабка і прогнеша дипломатична політика на міжнародній арені. Це правда. Тому що Україна практично втратила всі козири. Ми дійсно перейшли в мінський формат, який є для України згубним. Ми з самого початку говорили, що Україна має говорити в іншому статусі, в будапештському форматі, тим форматом, який давав гарантії безпеки Україні, коли Україна здавала ядерний статус, ядерну зброю. Не перебивайте, коли ви говорили. Ви мене перебивали, що ж я не можу. Я хочу сказати, оце був би єдиний шанс, коли Америка і Велика Британія ставали гарантами, в тому числі Росії, за те, що ми здавали ядерну зброю. Сьогодні нам потрібно вернутися до цього формату переговорів, тому що ми бачимо, що цей мінський формат... Ви вважаєте, що нашого рішення вернутися до цього формату достатньо? Це є нації. Рішення партії. Ну, давайте, хорошо, ведемося зі мною, зробимо об'явлення, що ми повертаємося до цього формату. Але за це має дійсно вимагати президент. Ми сьогодні бачимо, що повністю йдуть на догоду Путіна, як і представники Заходу, в першу чергу Франції і Берліна. Тому що навіть цей формат, коли Париж, Берлін, Пекін і Москва-Пекін, які мала ця дуга формуватися, вона сьогодні сформована. І єдиним нам союзником сьогодні виглядає Сполучені Штати Америки. І тому наше завдання апелювати до них і звертатися до них. Ви знаєте позицію Обами по мінських переговорів і по формату? Знаєте, чи ні? Мене результат мінських домовленостей цікавить. У мене є питання до вас. Скажіть, а що ми виграли з мінських домовленостей? А мені ці територіалістів на Донбасі? А мені ці територіалістів? Що ми маємо зробити? Я предлагаю. Мы выиграли в Минске. Вы выиграли, что кровь перестала лить. Евгений, пусть нужно покричать. Мы выиграли в Минске. Минуту, дайте пусть покричат. А от чего мы выиграли, что там перестали лить? Поднимут рейтинг, зачем заминать? Господа, секундочку. А какая разница? Главное, что война остановится. Неужели непонятно? Пойдите против религии. Вы организовали войну. Такие, как вы маете ответственность. Такие, как вы маете ответственность. Вы такие, как вы маете ответственность. Я сейчас возьму в руки управления. Я сейчас начну использовать, господа, не парламентскую лексику, а потом скажут, что вот, пустили москаля в украинский эфир. Да? Секунду, секунду, секунду. Я предлагаю, если кто читал Киплинга, да, не уподобляться бандерлогам, которые строили в джунглях города, недостраивали и уходили дальше, а потом приходили изумленные путешественники и смотрели, кто же этот построил, вот от кого остались недостроенные руины. Вот мы начали говорить про Боинг, да? И я прошу вас, давайте вернемся к этой теме и хотя бы закончим ее. А потом будем говорить уже все остальное, включая предвыборные лозунги. Вот скажите мне, пожалуйста, вот есть выводы комиссии, будут выводы еще одной комиссии, есть общественное мнение, в конце концов. Какие существуют политические и юридические возможности для того, чтобы привлечь к ответственности виновников? Ну хорошо, вот предположим, следующая комиссия даже назовет фамилию того человека, который отдавал приказ оператору этой установки повернуть ключ на пуск ракеты. А может быть и не назовет. Но все равно, ведь все же может упереться в то, что Владимир Владимирович Путин лично скажет, а мы тут ни при чем. А мы не признаем юрисдикции вашего трибунала. То есть где гарантия, что Россия снова не уйдет от ответственности? Что Украина конкретно здесь может сделать? Да, пожалуйста, я просил, давно-давно просит слово Иванка, а потом вы, я обещаю. А остальным пока даже не готовится, а немножечко успокоится. Дякую. Насправді гарантій того, що Росія не піде, не уникне відповідальності, на жаль, немає. Але разом з тим є різні механізми того, як притягнути Росію до відповідальності. І я переконана з того, що ми бачимо зараз, того, як себе поводять інші країни, які беруть участь в незалежному цьому неупередженому, незалежному, експертному розслідуванні, як у цьому першому етапі його, так і наступному етапі, який буде далі відбуватися. І ми очікуємо його результати вже на початку наступного року.
Є кілька варіантів. Цілком вірогідно, що про трибунал може йтися знову поставлене питання на Раду безпеки ООН. Знову ж таки, залежатиме від того, які будуть вже оприлюднені результати. І Росія може зіграти в цю гру і може зіграти, навіть віддати на поталу тих безпосередніх виконавців і потім придумувати якісь інші версії, що вони вкрали той бук, чи ще що-небудь зробили. Ну, тобто, ви ж бачите, що їхнім можливостям маніпуляції просто немає меж. Це одне. Інша справа, ми також можемо все-таки йти нетрадиційним шляхом, йти через вирішення питання через Генеральну асамблею Організації Об'єднаних Націй. Це складніше, це набагато довготриваліший процес. Таких речей не відбувалося, але зараз і в непостійними членами Ради безпеки ООН, як Україна з 2016 року, обрана так само та сама Японія, яка абсолютно відверто, відкрито говорить про необхідність реформи, як взагалі Організації Об'єднаних Націй і Ради безпеки, зокрема. Є насправді набагато більша кількість країн, які вже підписалися під тим, що питання вето для країн постійних членів, це є питання чи можливість, яка не обов'язково мала би підтримуватися далі, не обов'язково мала би залишатися інструментом для Ради безпеки ООН. Тому ці речі, які зараз стосуються того, як Росію притягнути до відповідальності, вони зав'язані на набагато серйозніші речі. Вони зав'язані, в принципі, на глобальні, безпекові і міжнародні процеси міжнародного права. Те, що відбулося в Україні, і те, як було попране міжнародне право в Україні Російською Федерацією, воно стимулює, насправді, перегляд взагалі всієї системи угод, і механізмів управління. Пожалуйста. Некоторое время назад в небе над Великобританией был взорван самолет. О, молодец, что вспомнили. Локерби. Прекрасно. Именно в тот момент Муаммар Каддафи получил первый удар от международного сообщества. Ливия была признана страной, поддерживающей международный терроризм. Более того, именно тогда были введены максимальные санкции. Сейчас я могу гарантировать, что в Европе рассматривается такой сценарий относительно России. А почему это вы можете гарантировать? Так сложилось, что общаясь... Санкции уже есть. Нет, поэтому санкции по Боингу отсутствуют. В случае, если страна признается пособником и финансистом мирового терроризма, отношение совершенно другое. И в этом случае это вполне возможно, что будет возможно такой сценарий разыгрываться, потому что действительно реформа ООН назрела. И именно этот сценарий сейчас рассматривают как для возможности именно реформировать. Ну, конвенция о борьбе с терроризмом. Давайте вспомним, что закончилась история по Локерби. Я не перебивал. Вы закончите сейчас, что закончилась история по Локерби. Я не, вы же дипломат. Хорошо. Вы тоже, судя по всему. Уместный вопрос, он готовится. Так вот, ну неплохо готовится. Продолжайте. Я общался с сэром Джеральдом, который это глава межпарламентских связей Великобритании и Украины. Он задал вопрос, как отнесется Украина, если Британия станет равноправным партнером в переговорном процессе, отстаивающий интересы Украины. Это дословное было предложение. Британия сейчас последовательно отстаивает действительно интересы Украины. В данный момент принята резолюция по Крыму. В данный момент есть жесткое заявление по Боингу. Поэтому на сегодняшний день рассказывать, что Россия не признана или еще... Это может говорить только, что нет финализации процесса, но процесс запущен. Поэтому рассказывать, что Россия выкрутится, очень будет сложно. Слушайте, во-первых, Россия не Ливия. И все-таки вы не дипломат. Во-вторых, Каддафи простили. Каддафи простили после того, как он признал вину. Давайте напомним всю историю про Локерби. Он выдал террористов. Их посадили в Локерби. В каком году это было? В 88 году. Когда свергли Каддафи? Ну, а при чем тут движение? Через 20 лет. Потом... Та же Кандализа Райс, госсекретарь США, пожимала руки Каддафи, благодарила его за помощь в борьбе с исламским терроризмом. Но разница между Локерби и Буком заключается в том, что там была группа террористов с чемоданом и бомбой, а которые здесь были открыто использовано вооружение, стоящее у соседней страны. А там были люди, которые были сотрудниками российских служб. Быстрее, конечно. Быстрее, да. Оправдать, или я хочу, чтобы люди знали правду, знаете, извините.
Вот знаете, что самое страшное? Вот это из логики перемоги-перемоги. Ну не надо людям кормить лапшой. Вот Иванка абсолютно честно рассказала про все юридические пути. Это сложный процесс. Не надо... Это сложно, это долгосрочный процесс. Когда у нас премьер-министр Яценюк рассказывает в интервью журналистам, мы подадим иски за Крым. А полтора года где эти иски были? Четыре иска уже подано. Ну не давайте я живую. Микрофон. Да, Георгий, Георгий, микрофон. Он говорит, мы будем подавать. Да, интервью было правильно. Давайте я внесу все-таки. Все результаты этих исков, понимаете? Да. Вот если вы... Да. Подожди, не знаете, дайте сказать. Подготовкой, дорогие друзья, давайте все-таки... Борис Павлович, опять начался базар. Опять беспорядок в студии, господа. Можно сказать, человек, который занимается Парламентской ассамблеей Совета Европы юридическими вопросами? Да, пожалуйста. Можно будем мы вести программу с Евгением? Спасибо. Давайте послушаем, да? Давайте я все-таки разделю на несколько правильных вопросов. Нам нужно ответить на первый вопрос, что мы ждем от решения трибунала, суда или любой другой товарищеской встречи каких-то судей. Мы ждем трех вещей. Первое – это эффективности. Второе – актуальности. А меры эффективности и меры актуальности? Сейчас я вам дам полностью классификацию. И третья вещь, которую мы действительно ожидаем, чтобы это решение было исполнимо. У нас существует уголовный суд, который специально создали 10 лет, чуть больше 10 лет тому назад, для того, чтобы не создавать больше трибуналов. Но его эффективность – два решения за 10 лет. Я не уверен, что через 10 лет этот суд действительно может восстановить права тех людей, чьи семьи пострадали. Вместе с этим мы обязаны это делать, потому что мы должны остановить терроризм на своей основе. Но мы имеем другие правовые возможности. У нас произошло преступление уголовное на территории Украины. У нас погибли люди. И я подчеркиваю, согласно законодательству Украины, мы должны на сегодняшний день, обязаны открыть уголовное производство, которое открыто, и довести до конца этот суд. Мы должны найти виновных, а мы понимаем, что виновные, критерии достаточно простые. Чье было оружие, это установлено. У кого был метод эффективного контроля? Кто управлял этой территорией? И именно его руководство в лице руководства армии обороны Российской Федерации. И тем, кто управляли, неважно, кто нажимал кнопку, важно, кто давал им команду. И они должны нести ответственность. И на сегодняшний день существует статья Уголовного кодекса, которая за преступную бездеятельность должна привлечь к ответственности правоохранительную систему, если она не доведет. Но я знаю, что мы сегодня обязаны это сделать, не смотреть на Европу. Понятно, то есть вы призываете не надеяться просто на международные суды, которая существует, это судебная система, которая не имеет доверия. В Украине. Но мы на сегодняшний день выигрываем такие дела, как Хайсер Жемлё в России, когда применяем функцию, называется суд присяжных. И давайте возьмем весь мир, как суд присяжных, чтобы он прибыл сюда, видел открытость этого процесса. Давайте покажем, что мы горды своей системой, что у нас есть украинцы, и мы привлечем реально виновных людей к ответственности. О чем мы говорим? Мы не расследовали ни события на Майдане. Неправда. Как кто? Никто не наказан, никто не понес наказание. Мы не расследовали, вы сказали о Совете Европы. Совет Европы подготовил отчет о событиях 2 мая в Одессе, которого украинская власть боится. Не Совет Европы, а комиссия из трех лиц, которые делали отдельный выезд из установления фактов. Как и голландская сторона в данном ничего, случае. Ни одно из значимых преступлений на территории Украины не расследовано, никто не понес наказание, и вы хотите заменить собой международный трибунал. Судебных экспертиз в городе Киеве из-под четкая экспертиза, которая более детальна, чем даже Георгий, была. Микрофон, говорите только. И мы можем на сегодняшний день использовать те материалы, которые мы имеем. Еще более того, показать другим странам, что происходило на самом деле. И мы обязаны это делать. Я вам задам маленький вопрос. На этой неделе многие средства массовой информации... Щоб винні все-таки були покарані. Розумієте, якщо ми навіть приймемо, це буде достатньо символічний крок. Я би не був таким оптимістичним, що нам все це вдасться в сьогоднішніх мирових реаліях. Даже в голландском отчете существует фраза о том, что ответственность, юридическую ответственность за события, которые произошли на территории Украины, несет Украина в связи с тем, что Украина не закрыла. Нет такой фразы.
хочу сказать о другом. Все эти комиссии очень прагматичные. Вы точно эту фразу видели? Подожди, люди, Андрей. Которые, Андрей, решают, я читал. Которые вы... решают прежде это документ, там такой фразы нет. Я хочу сказать только об этом. Сегодня мы находимся в ситуации, когда в нашем мировом порядке... Вы вопросы слышите вообще или нет? Довести юридическую ответственность Украины в нашем России, в наших украинских судах будет крайне сложно. Это раз. В сегодняшнем мировом порядке довести ответственность России в ООН будет крайне сложно. Да, нам очень поможет то, что в 2016 году мы стали непостоянным членом. Я ничего не путаю, никакую ситуацию, тем более свою, тем более с Боингом. В конце концов, погибли люди, давайте уважать это. Погибли не только иностранцы, но погибли куча украинцев, украинских граждан на территории Донбасса. И последнее главное. Я полностью хочу поддержать своего коллегу господина Власенко, который сказал о том, что нам нужно не только менять формат, но еще усиливать дипломатические усилия Украины, как на международной арене, так и внутри страны, для того, чтобы доводить каждое преступление, совершаемое на территории в стране, до логического конца, чтобы виновные были покараны. Спасибо. Спасибо, Андрей. Господа, как-то маэстро, прорежьте аплодисменты. Пожалуйста, ответьте мне, вот как юрист, Сергей, все-таки что можно сделать еще, на ваш взгляд? Я не знаю, может быть, арбитражный суд ад-хок. В некоторых странах есть так называемая универсальная юрисдикция. То есть есть страны, которые, в принципе, теоретически могут принять к рассмотрению дело о любом преступлении, где бы оно ни было совершено. Например, помните, в Испании привлекли Пиночета к судебной ответственности. Ведь есть же помимо Украины и другие пострадавшие страны есть. Сама Голландия, есть Малайзія, есть Австралія. Є Німеччина, там було чергові німецькі. Ви знаєте, те, що робить Російська Федерація, порушуючи базові принципи міжнародного права, свідчить про одне, і про це колеги сьогодні говорили. Існуючі механізми розв'язання таких конфліктів сьогодні не працюють. Це перший висновок. Другий висновок. Так, всі пробують застосувати стандартні процедури. Ну, якщо ви звернете увагу, є прямий зв'язок. Тільки Росія зайшла в Сирію, одразу пролунала заява, що Міжнародний трибунал в Гаазі вбачає порушення міжнародного законодавства під час агресії Росії в Грузії. Тобто, була така спроба певного асиметричного ответ. Але з використанням стандартних процедур. На жаль, Російська Федерація свідомо не притримується норм міжнародного права. Вони розуміють лише мову сили і нічого більше. Вони використовують цинічну тактику, ти йому в очі плюй, він скаже, іде дощ. Тому стандартні схеми не працюють. Треба шукати нові, сильні позиції. По-інакшому ми цю проблему не вирішимо, навіть якщо ми 150 рішень судів отримаємо в Україні. Прошу, Сергій, ну які можуть це бути сильні позиції? Ну що, в підвалі ядерну бомбу сварганить потихоньку в тіні, а потім всім об'явити? Хто із колег мені назве військовий конфлікт, який завершився дипломатичним вирішенням лише? Лише, я підкреслю. Ми не говоримо про це. Тому я повертаюся до базових, первинних речей. Ми повинні скерувати всі наші можливі сили, так це забере багато часу, але ми повинні скерувати наші сили на зміни процедур в Організації Об'єднаних Націй, на зміни процедур Парламентської Асамблеї Ради Європи, на зміни формату проведення перемовин. Ми не можемо вести перемовини постійно в ситуації. Росія не виконує мінські домовленості, то давайте ще трошки почекаємо. А формат... Ніхто попереджає. Мінські договоренності в наступній частині нашої програми. Я все-таки хотів би повернутися к Павел, хочу вас спросити, все-таки, як ви думаєте, что за последние полчаса сделать? Некоторые украинские депутаты настолько запутали телезрителей, что даже я не потерял эту нить. Это же ваша профессия. Я абсолютно согласен с Сергеем Власенко о том, что Россия будет максимально игнорировать эту ситуацию. Но есть же предел игнорирования или нет? Сбит был не украинский самолет. Да. Был сбит самолет малайзийских авиалиний, на котором было очень много граждан Голландии. И это принципиально другая ситуация. Их механизм расследования
работает намного медленнее, чем наш. Но в отличие от нашего механизма расследования, он работает. И не будет, как с Наливайченко, который сказал, что на Майдане были российские снайперы, а сегодня генеральный прокурор говорит, что он ничего там не обнаружил. Это не только Наливайченко об этом говорил, об этом только ленивый не говорил, непосредственно сразу. И то, что они работают медленно, сбивает и в России людей некоторых, и у нас людей здесь сбивает, думая, что никаких там нет серьезных документов. На самом деле, уже у следователей есть даже точные имена тех, кто был в этом расчете. Откуда был этот бук, как он туда добрался, есть весь маршрут. Просто всему будет свое время. И как только будет доказано, показано, предъявлено официально, откуда были эти ракеты, как они там оказались, россиянам, российской власти, Путину придется давать ответ. Либо, сдавать этих стрелков из этого буга вместе с Захарченко и всей компанией, которые, содействовали там этой стрельбе. Либо делать вид, что этого ничего не будет. Если Россия будет морозиться на таком жаргоне, то будут механизмы более жестких санкций. С одной стороны, говорят, что нет, санкции не связаны со сбитым самолетом. А с другой стороны, санкций не было бы, если бы не этот самолет. Да, таких жестких не было. Вот. Поэтому это для России путь точно в никуда. История с Локерби не совсем правильная. Не совсем правильная, потому что... Но параллели это проводятся. Об этом можно говорить, но... После этого Локерби, после расследования, которое шло несколько лет, Каддафи еще жил и был свергнут в результате революции там, и так далее и тому подобное, здесь еще хуже, чем Локерби, потому что здесь явно использование сил, связанных с государством. И для Кремля это путь в никуда. Как они будут из этого выкручиваться, непонятно. Вот они думали, что вот сейчас в Сирии там что-то замутят, влезли еще одной ногой, еще в это болото, да? Поэтому не нужно здесь нам произносить речи про собственное следствие, про собственный суд. Это только в сторону может увести. Это просто будет шум вокруг. Ядро все равно. Господа, секундочку, простите, пожалуйста, но действительно есть важная информация. На самом деле, мы в следующем часе обязательно должны подробно поговорить и вот об избрании, о том, что мы начали говорить. Что означает избрание Украины в Совет Безопасности в качестве непостоянного члена. И что это означает с точки зрения отношения внешнего мира, прежде всего Запада, к Украине? Это признание больших заслуг? Или это, извините меня, пилюля, которые хотят подсластить, утешительный пряник? Ни то, ни другое. Об этом мы поговорим в следующем часе, а сейчас реклама. Секундочку, я прошу прощения, помните, вы всегда рассказывали, что у вас... Ну что же вы перебиваете-то? А вы всегда рассказываете, что вас всегда глушат, помните? Да. Вот я хочу сказать, мне только что жена смс-ку прислала, на Троичине вас показывают, не глушат вас, все нормально. А у вас жена на Троичине? Я живу на Троичине. А вы живете? Подожди. Это скрытая реклама. Вы живете на Троичине? Серьезно, он сказал, как он бедный. Я не верю. Телефон у него маленький, живет он на Троичине. Пошел окоблок, раздражает. Жизнь дала трещину, еду на Троичине. Это, если честно, действительно слабо верю. Я скажу больше того. То, что Поблок раздражает, что я живу на Троичине, мне нравится. Я живу в Одессе, для меня нет ваших районов, господин Береза. А в каком районе в Одессе вы живете? В каком месте, в Одессе? Поподробнее с этой минуты. Возле домика Кивалова? Ой, слушайте, господин Береза, я живу в хорошем месте. Я не сомневался. Хорошо, господа, давайте не погружаться там в детали наших этих самых установочных данных, как говорят в соответствующих органах, да, кто где прописан и так далее. Давайте все-таки вернемся к той теме, на которую я пообещал поговорить. Собственно, событие, которое произошло в минувший четверг, это, я бы сказал, только повод для дальнейшего разговора, потому что, тему я обозначил. Вот все-таки, как относиться к избранию Украины в Совет Безопасности в качестве непостоянного члена? Это признание заслуг или это, действительно попытка подсластить пилюлю в ситуации, когда очень тяжелые переговоры идут в формате Минск-2, и вполне вероятно, что итоги этих переговоров будут не идеальными, не такими, как хотелось бы. Как вы думаете?
А давайте сделаем. Ну, относиться к этому нужно однозначно позитивно. Это действительно, это действительно большие новые возможности. И новые возможности, знаете, вот очень у нас принято там громко так заявлять: весь мир за Украину. Вот это как раз возможность для того, чтобы действительно весь мир или там большая часть мира была за нас. Потому что до сих пор, на самом деле, объективно, за нас Запад. А это совсем другая история. И даже Южная Корея и Япония в политическом смысле это Запад, хотя географически они в Азии находятся. Вот сейчас я хочу посмотреть, когда у нас за полтора года не было ни одного визита ни в Китай, ни из Китая, ни одного визита ни в Индию, ни из Индии, ни одного визита ни во Вьетнам, ни из Вьетнама. Вот сейчас членство в качестве непостоянного члена Совбеза ООН – это возможность Украины начать работать на этих направлениях, перестать постоянно тыкаться-мыкаться между Вашингтоном, Берлином, Парижем и Варшавой, где нам жмут руки, но уже все, что они могли для нас сделать, они по сути уже сделали. Теперь надо искать выходы для наших экспортеров на новые рынки. А давление на Россию с другой стороны, в первую очередь через тех, кто до сих пор там занимает нейтральную позицию, как тот же Китай и так далее. Вот это шикарная возможность. Я очень хочу посмотреть, как наши дипломаты зарплата 3-4 тысячи гривен в МИДе будут это делать. Потому что президент заявил, что это большая победа. Я ждал, что он в этом заявлении скажет, что с завтрашнего дня в МИДе мы повышаем зарплаты в связи с новыми огромными объемами задач, которые ложатся. Опять же, ничего этого не было сделано. Главное – перемога. У нас шашечки или ехать? Вот главный вопрос к этой власти. Якщо дозволите, насправді це дійсно це питання не вирішувалося тільки виключно там в цьому році. Це був процес минулого разу. Україна була вже не постійним членом Ради безпеки Організації Об'єднаних Націй. Це було 15 років тому. І Україна була номінована від Центрально-Східної Європейської групи країн. Але якщо хтось хоче сказати, як ви намагаєтеся сказати, що це нічого не означає, мати тільки Україну номіновану з цієї групи, це була велика серйозна робота. Тому що були намагання, повірте мені, були намагання номінувати від цієї групи Сербію, наприклад. І тоді ми розуміємо, що тоді би розділилися, якби було дві номінації від цієї групи країн. Тому насправді тут є дуже серйозний, дійсно, досягнення наших дипломатів. Ну хорошо, а в чому конкретна польза цього рішення? Що відбувається? Якщо Україна є непостійним членом Ради безпеки Організації Об'єднаних Націй, вона має можливість головувати під час цих засідань, вона має право ініціювати такі засідання, вона має право формувати порядки денні, вона має можливість щоразу брати участь у закритих засіданнях, у закритих консультаціях. Вона може в якийсь спосіб вплинути на те, хто буде обраний наступним генеральним секретарем Організації Об'єднаних Націй в 2016 році. Вона може ініціювати реформи. В неї є більше набагато важелі можливостей. І щодня може вести діалог із тими представниками цієї ж Російської Федерації в рамках уже зовсім іншого органу. Не тільки тоді, коли хтось з інших постійних чи непостійних членів на прохання України в якийсь спосіб закликає там зібратися це засідання і обговорювати питання України. Більше того, так, я можу погодитися, що це дає нам можливість брати участь у глобальному порядку денному, не лише в тих речах, які для нас є важливими. І це можливість, знову ж таки, додатково заслужити якийсь авторитет у тих країн, про які ви говорите. Насправді, з такої кількості міжнародних візитів, які за цей час здійснив президент і міністр закордонних справ, я перепрошую, ну, напевно, вони і в Україні змушені і повинні проводити багато часу. Ви знаєте, яка кількість візитів? Я не пам'ятаю зараз цифри, але це неймовірна кількість для керівника будь-якої країни і керівника відомства. І про зарплати. Безумовно, це не тільки про МЗС. І зарплати для МЗС і інших чиновників, і тому вони є просто катастрофічно малі, недостойні. І тому ми ініціюємо, наполягаємо на тому, щоб була прийнята закон про реформу адміністративної служби, держслужби, так, перепрошую. Але що ми робимо? Я надіюся, що депутати, колеги, підтримують при голосуванні за бюджет. МЗС додає прохання до Мінфіну про те, що додаткові люди на період цих двох років мають бути надіслані в нашу місію про Організацію Об'єднаних Націй. Для чого? Для того, щоб ефективно працювати. Принаймні, там, додаткові 10 людей мають бути послані. Надіюся, туди на роботу. Додатково. Я надіюся, що ви підтримаєте, колеги, це збільшення бюджету. Дякую. Борислав, що ви хочете?
Я хочу підтримати свою колегу, яка, по-перше, є фахівцем в обговорюваній темі, тому що Івана є першим заступником голови комітету закордонних справ. І дійсно, до речі, ми будемо піднімати питання відносно того, що дипломатів зарплата має бути збільшена, тому що сьогодні ми маємо дуже серйозний дипломатичний фронт. Що сьогодні дає дійсно оце обрання України членом, непостійним членом Ради безпеки ООН? Це важливий шанс використати цей міжнародний майданчик для посилення міжнародної позиції України і для, в тому числі, посилення тиску на Російську Федерацію по виконанню Мінських угод. Ці теми, насправді, сьогодні дуже взаємопов'язані. От коли говорять, що 15 років Україна вже була на цім почесному місці, так, але в інших умовах. Ви уявляєте, яке сьогодні було включено антиукраїнське лобі, які були запущені, там, в тому числі, і фінанси в Організації Об'єднаних Націй, щоб Україна, можливо, не проголосувала за неї. І цей результат, 177, це достойний результат. Це дійсно велика заслуга нашої дипломатії. Ну, я повернуся до Мінських угод. От ви знаєте, в цій студії дуже багато молодих хлопців. І я хочу, знаєте, сказати, що головне, ви говорите, Мінські угоди, як можна про них там їх хвалити. Вибачте, у нас сьогодні вже півтора місяці йде режим дотримання вогню. Я маю на увазі, іноді він порушується бойовиками, стрілецька зброя, але не використовується важка артилерія. Це важка зброя. Це означає тисячі, сотні врятованих життів, молодих життів. Це є головний результат. І знаєте, кожне врятоване життя – це дуже важливо. Ми несемо втрати страшні, знаєте, на чому зараз? На мінах. І, до речі, ми в Раді безпеки ООН будемо піднімати також це питання, що сьогодні Україні надзвичайно потрібна допомога по розмінуванню цих територій. А мова йде, мої дорогі, про тисячі гектарів замінованої Донбасу і навіть узбережжя Азовського моря. Без карт. А один метр розмінування коштує $5. Уявіть собі, про які суми і який обсяг допомоги Україні йдеться. І саме ці питання ми також будемо піднімати. Україна і її дипломати використають цей шанс для того, щоб піднімати і питання відповідальності Росії за агресію проти України, за Боїнг. І тепер про Мінські угоди. Ви говорите, що вдалося з ними зробити? Ми зупинили пряму військову агресію, тому що, на жаль, жоден за останні роки конфлікт не вдалося перемогти тільки в військовий спосіб. Тут, можливо, три складові, дорогі мої. Це посилення нашої армії, що є дуже важливо, це дипломатичний фронт і це наша з вами єдність. І вибачте, будь ласка, я хочу нагадати, коли ви говорите так само про те, що начебто... Це дуже главное, важливо. Главное, щоб мир в нас не розчарував. Ні, ні, вибачте, будь ласка, світ не може розчаруватись в українській армії, в українській армії, тому що рік тому рівно Путін на своїх прес-конференціях розповідав про міфічну Новоросію, яка мала складатися з 8 областей України. Його українська армія і український дипломатичний фронт зупинили на Донбасі. І тепер дуже важкий і непростий шлях звільнення. Звільнити можемо трьома шляхами. Це дипломатичний фронт, це посилення нашої армії і це наша єдність. Що ще зробив Мінський процес? Насправді це так само посилення санкцій проти Російської Федерації. Це звільнення за цей час заручників. Мова йде про сотні людей, що так само дуже важливо. Але очевидно, знаєте, що Мінські угоди порушуються. І ми про це, і президент, він ж ніде не говорить, що бойовики, що Росія виконують Мінські угоди. Ми говоримо про наступне. Мінські угоди щодня порушуються другою стороною. І тому вона має відповідати. Мінськ має дуже чіткий термін. Він має бути виконаний до 31 грудня 2015 року. І якщо він не виконаний, мають бути посилені санкції. Ось така є наша позиція. А можна я за ми подовжили до першого кварталу 16-го року Парижу. Президент про це сказав. Вони перенесли вибори на реальний процес, реальні політики, часть яких остаються. Вибачте, депутати опозиційного блоку не знають, хто в Україні призначає вибори. Шановні колеги, що ви кажете, пані Віра? Я кажу про виконання Верховна Рада України. І нам з вами вирішувати, коли проводити вибори там чи інакше в Україні. Давайте, Борислав. Можно я? Я хочу сказать, что получение статуса... Я помню про вас. Получение статуса – это не что иное, как, с одной стороны, помощь наших западных партнеров, с другой стороны, это действительно большая победа украинской дипломатии. Более того, я согласен, действительно, к этой победе мы шли очень долго, но и самое интенсивное участие, ну и самое интенсивное усилие были сделаны за последнее время. Что это значит с точки зрения помощи? Это возвращение нам субъектности в переговорном процессе. Более того, мы теперь занимаем активную позицию. Мы теперь фактически действительно можем инициировать многие вопросы.
И самое главное, не разочаровать наших партнеров, потому что помощь не может быть вечной. Помощь – это периодический момент. Если мы постоянно просим помощи, то мы не справляемся сами. А нам предлагают, именно сейчас нам дают в руки этот инструментарий, стать субъектами и заявлять о повестке дня. Поэтому задача сейчас перед нашими дипломатами важна как никогда. Они действительно должны инициировать новые процессы. Они должны активизировать переговорные процессы и активизировать работу по противодействию России в Совете ООН. Понятно. Можна, товаристо, я би хотів сказати, повернутися все ж таки до тої теми самого початку причини збиття Боїнга. І чому ми її не озвучили, через що це могло би статися, це те, що ми з самого початку неправильно зайняли свою стратегію, позицію. Ми пропонували з перших днів, коли почалася російська агресія, ввести воєнний стан на Сході. І коли це було би зроблено, то би цієї і трагедії не було, і абсолютно був би перекритий повітряний простір і так далі. А тепер я, пані Ірині, вам дам відповідь на рахунок слабкої дипломатичної політики в Україні. Я не бачу перемог, знаєте чому? Тому що Савченко арештована, і інші наші полонені знаходяться зараз в полоні в Росії. Чому ви і в тому, не бачите це, я хочу, українську сторону? Це теж є результат дипломатичних перемовень. Я бачу заяви зі сторони, Оланда і Меркель, абсолютно тепер, що за Крим і мова не йде, що Михаил, якщо ви возглавите Росію, секунду, Михаил, якщо завтра, минуточку, якщо завтра ви возглавите переговорну групу по возвращению Надежды Савченко домой, скільки тижнів вам понадобиться для позитивного рішення? Я хочу сказати, що дуже важко. Ответьте на мой вопрос. Дуже важко вести перемовини президенту, знаючи, що його бізнес працює в Росії і платить податки російській армії. В таких умовах важко, звісно, що вимагати і тиснути на російську сторону. Тому я хочу сказати, що і Європа зараз використовує Україну теж і Захід як розмінну монету. З'їм від ситуації, коли вигідно чи не вигідно. А ми займаємо слабку позицію в тому питанні, тому що ми би мали все ж таки наполягати. Санкції, я перепрошую, та Європейський Союз і Захід півтора року швидше ввів санкції щодо Росії. Що ми пропонували ввести закон, обмежити діяльність російських банків на території України, їхні фінансових установ, але в нас цього немає. У нас влада навіть боїться на визнати війну, називаючи це АТО. З таким же успіхом я вам можу зараз сказати, що інвестори не йдуть к нам, коли дивляться на ваші акції свободи, такі, які були 31 августа під Верховною Радою. Михаил, завжди обвиняти всіх, що це саме легкий путь. Путін тішиться те, що садять свободівців в Україні. Путін тішиться те, що вирішують робочі батареї. Я розумію, але питання в іншому. Хто представляє і захищає Україну? Ми сьогодні бачимо, що ми здаємо поступово. Вже і тепер амністії терористів нам будуть. Я перепрошую. Ми услышали. Хіба це не поразка на дипломатичному рівні? Це є повна поразка. Дуже тяжко вести розмови накануні місцевих виборів. Ірина, ви без мікрофону, извините. Будь ласка. И, нет, давай, так, подождите, все, нет, в этой истории ставим точку. Друзья, у нас осталось слишком мало времени, чтобы вы могли себя не ограничивать в выступлении. Очень тяжело вести разговор о таких серьезных вещах перед местными выборами. Сейчас тут большая часть это политика. Вот вчера, например, встречались, было от БПП, там Светлана Заліщук, был Немиря от Батьківщины, встречались у заступника посла Сполучених Штатов. Там совершенно другой шел разговор. Давайте уберем вот эти полярности, зрада, перемога. Давайте посмотрим реальность. Реальность. Два крупнейших европейских издания, например, одно «Ля Рюс» Франция, другое «Оксфорд Университи» Британия, издали академические атласы на 2016 год. В обоих Крым обозначается как территория России. Это я к чему? Стоп. Этому нечего аплодировать. Я думаю, что это одну секундочку. Это, друзья, давайте поговорим. Да Оксфорд извинился уже. Но я тоже могу громко разговаривать. Вы же вспоминали о дипломатии сегодня. Давайте уважать друг друга. Это первое. Второе. Давайте вспомним о том, что в отчете по Боингу говорится также и о позиции Украины. Конечно, там масса спекуляций российской пропаганды. Но надо разобраться, почему руководство АТО в то время, когда это все случилось, не сообщало Управлению гражданской авиации о том, что с территории России может заехать будь что. Может заехать буки, может заехать все что угодно. И мы получим в международных судах от этого еще очень много проблем. И с нашим имиджем, и с деньгами. Между прочим, налогоплательщиков. Минские соглашения на сейчас действительно дали результат. Однако, я бы
не спешил бы убирать мины. Во-первых, от нас ожидают выборов у боевиков на Донбассе. От нас ожидают освобождения от наказания. Наши деньги собираются закачивать туда. Это все нужно делать по Минским соглашениям. Да, какое-то время мы можем маневрировать, но все равно это делать придется. И все равно встанет опять вопрос, кто победит. Победит желание народа быть независимым и идти в Европу или имперские амбиции Путина. Поэтому это отсрочка, которая, к сожалению, нас особо сильными не делает. И в это основная проблема. Поэтому давайте смотреть плюсы и минусы. Что касается успехов нашей дипломатии, успех. Но не надо этим успехом заслонять необходимость выполнения Минских соглашений, которые в том виде, в которых оно написано, очень много людей не поддерживают. Я не поддерживаю, масса народа не поддерживает. Простите, Семен, и к вам, и ко всем здесь присутствующим. Простите, ради Бога. Абсолютно верно, но это важный вопрос. Чтобы у нас был, как говорится, все-таки какой-то смысл в этом разговоре. Все-таки, вопрос номер один. Значит, вот вас послушать там... Костьми ляжет и Олланд, и Меркель за то, чтобы, значит, все у нас здесь было замечательно. Не согласен, нет такого никакого. Я вот это, например, не чувствую. Нет. Слышим от разных западных представителей, что санкции с Россией не могут быть сняты или ослаблены, пока не будут выполнены Минские соглашения. Простите, пожалуйста, но санкции-то вводились не по поводу тех вопросов, которые обсуждаются в Минске, в формате Минска-2, а санкции вводились после аннексии Крыма, да? А почему вопрос у меня... Это отдельные санкции, были еще... Почему вообще вопрос о Крыме вынесен за пределы этих переговоров? Потому что, к сожалению... Наивный вопрос задаю, но ответьте не только мне, да? Франция и Германия не защищают никакой там интересы Украины, это миф. Они защищают только интересы Германии и интересы Франции. Единственное, что можно... Очень хороший прием перебивать других и просто-напросто затушевывать другие аргументы. Не будут они защищать наши интересы. Выгоднее торговать с Россией, торговать с сильной Украиной. Пока мы не станем сильными, это все сказки про белого бычка. Давайте искать партнеров среди тех стран, которые пострадают от Путина в первую очередь. Давайте с Польшей, давайте с Прибалтикой, давайте с Туреччиной разговариваем. Давайте вот без общих слов, да. Ирина. Ну, при всем моем глубоком уважении про силу во внутреннем единстве. У меня вот вопрос к Ирине Геращенко. Это правда, но давайте о конкретном. Нет ли у нас сейчас угрозы, что в реальной жизни, ко всем обращаюсь, в итоге придется проводить выборы на Востоке, на тех самых территориях, которые временно не, по специальному сейчас закону, и в реальной жизни придется допустить до них тех людей, которые сегодня боевиками мы называем, или не этих, но других таких же, да? А потом из них сформируют органы власти. А я спрашиваю, я же не говорю, я спрашиваю. И потом с ними жить, себе войну в Украине ситуация, одна страна, две системы. В реальной жизни мы будем иметь легитимные, законно избранные органы власти, при этом понимая, что в реальности они управляются из Москвы. Он уже показывает. Выборы, Ирочка, можно я? Да. Сереж, я ж мовчав. Вибори можна проводити в Донецьку, в Донецькій і Луганській області, які зараз знаходяться під окупацією, лише за настання наступних умов. Перше, виведення іноземних військ, виведення всіх озброєнь, два, роззброєння бойовиків, три, повернення біженців, які перебувають на інших територіях, і забезпечення там їм безпеки, и контроль над украинским кордоном. И это будет означать... Вот здесь, знаете, в шахматах важен порядок действий. И это будет означать, відновлення украинского контроля за этими территориями. Тогда никаких других законов принимать не треба. Если ж кто-то будет наполягать на выборах без дотримання этих умов, то это не будет означать никакого миру. А це буде означати продовження конфлікту і війну. А що тоді имеет в виду президент Петр Алексеевич Порошенко, когда говорит, я цитирую, часть ответственных политиков будто не понимает, что ситуация не может вернуться в состояние до 1 марта. Вот абсолютно правда. Вот это вот, послушайте, вот то, что говорит Сергей Власенко, это вообще полностью не соответствует Минским соглашениям. Давайте правильно сказать, вот Ирина, я слышала, тут говорила, откуда взялись Минские соглашения? Было необходимо в тот момент остановить наступление российских войск. Остановили. Это не от больших побед военных они появились. Давайте все честно это признаем.
Минские соглашения, под что подписали Солант и Меркель, не шла речь о том, на каких условиях вернуть контроль Украины над Донбассом. Речь шла о том, остановить войну. И Минские соглашения, какие бы они ни были сложно запутанные, способны остановить войну. Но они действительно не способны вернуть контроль Украины над Донбассом в той форме, как она была по состоянию на 1 марта 2014 года. Так это как правда. Возвращать? А извините, давайте разберем. А вот это уже вопрос приоритета для кого Игорь, что? Так, Игорь, что вы добавили? Нам важно что? Нам важен мир или нам важно украинский флаг завтра уже над Луганском? Вот давайте с этим вопросом разберемся. Что для нас приоритет? Если для приоритет мир, то Минские соглашения можно... Хорошо, просто здесь упоминаем. Я же сказал честно сейчас как. Секунду, здесь есть люди, которые вообще ничего еще говорили. Когда Гитлер оккупировал Польшу... Да, прошу прощения, можно пару слов буквально? Можно, нужно. Тут упоминались местные выборы, так получилось, что я в них участвую. И я сейчас действительно встречаюсь как депутат в Киевский городской совет. И я встречаюсь с десятками избирателей, и, честно говоря, от них я еще не слышал никаких воинственных заявлений о том, что войну нужно продолжать. Они меня не спрашивают ни про Боинг, ни про место в Совете Безопасности. Их волнуют какие-то совершенно понятные проблемы. Главное, уже почти два года украинским бюджетникам не повышали зарплаты. При этом в Киеве в четыре раза выросли тарифы на коммунальные услуги. И люди очень часто спрашивают, почему мы должны тратить на войну десятки миллиардов гривен и не тратить их на повышение социальных стандартов. Мы можем много рассуждать о патриотизме, можем много говорить о том, что нужно поддерживать нашу армию, но мы не должны забывать пословицу «пушки вместо масла». Уже многие страны в прошлом столетии эта тактика довела до плохих результатов. И если мы говорим о мире, то мы прежде всего говорим о том, что мир позволит, во-первых, те ресурсы, которые тратятся сейчас на войну, пустить на повышение социальных стандартов. Мы можем предоставить нашу страну как ту, в которую можно вкладывать деньги, не опасаясь, что эта территория вскоре станет вновь зоной боевых действий. Поэтому я бы прежде всего вот из этого исходил, когда анализировал Минские соглашения и все переговоры, которые идут по этому поводу. Ну хорошо, все-таки секундочку. Я не услышал ответа на простой вопрос. А может, он не простой, извините. Я имею в виду, что я его достаточно внятно и четко формулирую. Он не простой. Но где гарантия, что в результате всех этих переговоров сложных, и, может быть, она не нужна, такая гарантия, что не возникнет вот действительно ситуация, которая описывается, знаете, одна страна, две системы, да, и что будет вот это вот по особым законам, не де юре, де-факто живущая часть Украины, которая, в отличие от Гонконга, Гонконг в Китае это... если угодно, локомотив реформ, это, так сказать, катализатор прогресса, будет Донбасс де-факто политически из-за спины легитимно избранных лидеров руководиться Москвой, и который будет, наоборот, вносить яд прошлого, советского прошлого в жизнь Украины. Можно? Очень хороший и правильный вопрос, и действительно на него нет простого ответа. Нам бы всем хотелось закрыть глаза и проснуться, чтобы Донбасс восстановился в той форме и так быстро, как бы нам того хотелось. Это нереально, и ответственные политики должны понимать. Вы знаете, Михайло, мене дуже здивувало, коли ви говорите, що пишеться все по сценарію Путіна. Путін вимагає прямих контактів Києва почути Донбас. І якраз Порошенко і весь світ говорить, що це нереально, тому що це насправді не можна говорити з тим людьми, які не представляють Донбас. Хто має представляти Донбас? Дійсно, легітимно обрана там влада. Хто повинен обирати цю владу? Дійсно, переселенці, які насправді і є цим голосом Донбаса, які тікали від російської зброї. І от дійсно є нюанс, де вони мають це обирати. Повернувшись на Донбас чи на інших територіях, але обираючи його і потім мати можливість реінтеграції. І на сьогодні мова йде про те, що вибори на Донбасі, вони можливі тільки за умови відповідності там ситуації жорстким стандартам ОБСЄ. А це в першу чергу безпекова ситуація. Не можуть бути вибори там при Буках і Буратіна. Це перше. Друге питання кордону. Воно є дуже складне. І от про що вдалося домовитися під час Парижу,
Це не означає дійсно, що це збудеться, але тоді це буде порушення, що ОБСЄ місія має дійти зараз до кордону і контролювати це, і контролювати кордони до того моменту, доки там. Як? Це неможливо. Через спостережну місію. Ну давайте ми вам наведемо приклад Індонезії. Да, і останнє, що є надзвичайно важливою історією. Запитують, яка там буде влада. Вибачте, будь ласка, що я таке скажу. А що, у нас зараз немає в парламенті п'ятої колони, яка керується Кремлем і озвучує їх позицію? А що, у нас на Донбасі не було анклаву, насправді, закритого тодішніми власниками Донбасу, які влаштували там все це? І тому, насправді, дуже важливо, щоб усвідомлювати, що мир на Донбасі, він буде повертатися не за день. Це буде крок за кроком, це буде важка історія. Але тільки через позитивні вибори. Ми поняли вашу мислю, спасибо. Да, Андрій, візьміть мікрофон. Надо часто вам приходити, у нас в парламенті проходить. Вам надо чаще ко мне приходить на эфир, у нас короче выступление. То есть даже за микрофон нужно бороться для того, чтобы высказать свою альтернативную точку зрения. Итак, вы скажите, пожалуйста, только коротко. Очень коротко. Как, скажите, можно контролировать, не контролировав границы, проводить любые выборы на территории ДНР и ЛНР? Каким образом? Невозможно. Я хочу поддержать своего коллегу Семена. Дело все в том, что Минские соглашения прописаны таким образом, и в заявлениях и Оланда, и заявления и Меркель звучат основные тезисы, которые они говорят. Сначала вы проводите выборы, сначала вы делаете все, что прописано в этих соглашениях. И Нуланд, кстати, тоже самое говорит. А потом мы вам отдадим границу. Но это же нонсенс. Поэтому, еще раз повторяю, вы задали очень хороший вопрос. Что делать? Вы, ведущий, задали вопрос, что делать? Отвечаю. Создать условия на нашей территории, которой мы контролируем, такие, чтобы люди из ДНР, ЛНР ехали к нам, как сейчас наши едут в Польшу, как сейчас наши едут во Францию, как сейчас наши едут по всему миру. Экономически доказать, что современная Украина успешное государство. Тогда мы получим с вами здесь территорию, куда будут стремиться вступать и жители ЛНР, и соседи государств. Сами верите? Я хочу, чтобы мы действительно перестали врать людям. Вот одна из причин того, что парламент не работает в период перед местными выборами, не только для того, чтобы дать народным депутатам поработать в округам, а потому что нужно будет выйти и сказать правду людям, что Минские соглашения достаточно сложные, неоднозначные, и их нужно выполнять. И именно потому, чтобы не обрушить свой рейтинг, правящая партия и коалиция передвинула это все на после выборов. Альтернативы Минским соглашениям у нас нету. Мы действительно должны установить мир в стране. Если правящая коалиция этого не сделает, будут перевыборы, придут другие депутаты и будут решать эту проблему по-другому. Да, Борис. Евгений, помните, я говорил в самом начале, что вопрос доверия западных наших партнеров к нам. Мы говорим сейчас о выборах на Донбассе. Но давайте не забывать, что доверие выстраивается через выборы в Украине сейчас. И те местные выборы, как пройдут, так будет о нас судить. Так будут судить о желании украинцев меняться или не меняться. Самый простой пример. Смотрите, допустим, вот идет партия на выборы. Все видят, молодая, новая партия. А кто внутри? Мы смотрим, что внутри, допустим, тот же Егис, которая Сан Сана Мельченко. Одни рыги, коммуняки. Ладно, а по блоку, он понятно, там правоприемники, все нормально. Но там же рассказывается про новую политическую силу. Что значит сосед? Ой, смотрите, ведет Борисов у Омельченко, тот, который был главой штаба партии региона в 2012 году в Киеве. Раз. Идет Алаш Лопак, которая у Черновецкого поднимала все сети. Два. Идет Крымчак, который был главой земельной комиссии. Три. И эти люди фактически призывают за себя как голосовать? За деньги. В итоге, что подумают даже западные партнеры, которые мониторят эти выборы? Господа, вас устраивает. Вас все устраивает, как было раньше. Да, переименовали. Переименовались и все. К чему я это говорю? Должно быть качественное изменение. Эти выборы должны быть четким маркером, что мы хотим меняться. Мы должны голосовать за прогрессивные силы. И когда люди голосуют за потенциальное будущее, они не берут деньги. И это главное. Господа, извините, наше время сегодня истекло. Я не успел, всем спасибо. Не звучите. В следующий раз.